Девушка, девушка, услышьте меня, милая. Мы купили у вас путевки. И хотим, чтобы вы отвечали за то, что вы продаете приличным людям. Потому что уровень обслуживания был абсолютно неприемлемый. Ну скажи, Саша. Да, Саша. Извините, пожалуйста, договор у вас с собой, я могу посмотреть по компьютеру. Давай. Документы у нас все с собой, у нас ни одна бумажка не пропадет, имейте это в виду. Ну и когда мы будем подавать в суд, мы покажем все вот эти печати. Безобразие. Да. Спартак Михайлович, да. Там Белочкины клиенты пришли, хотят в суд подавать. А разрешите. Присаживайтесь. Изабелла Юрьевна, зайдите, пожалуйста, ко мне. В такую жару, знаете ли, мозги кипят. Так, в чем проблема? Вот договор, который мы с вами заключили. Собственно, ни один пункт не выполнен. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Страна была та, которую брали. Да. Гостиница та. Да, но... А вы говорите, ни один пункт не выполнен. Но вы поселили нас в пристройку, которая была даже не пристроена. И каждое утро приходили за стену рабочие и сверлили. Да, Саш? Да, Саша. Так в самую новую часть и поселили. Да еще и улучшали каждый день. Там даже ванной не было. Вообще-то в таких случаях нужно звонить сразу нам и сообщать. И что? Вы бы нам туда воду провели. Ну вот что я могу сделать? Партнеры не выполняют своих обязательств. Вообще-то они звонили и предупреждали, что за эту цену возможен только этот вариант. Просто Изабелла Юрьевна не ответила. А так, конечно, можно было бы отказаться, поискать другой отель. Вообще-то клиенты Ксюшины сами подтвердили, что согласны на такую цену. Я ничего не понимаю. Ксюш, это твои клиенты? Нет, Белочкина. А, у нее фамилия просто такая, Ксюшина. Александр Александр Ксюшины. Что-то мне все время гримасы строишь. Мы вам оформим новую поездку. Фактически бесплатно. Максимум 50%. Ксения все решит. Это наш лучший специалист. Я? Я же в отпуске. Вы же обещали, я 3 года не была. Ксения, Спартак свое слово держит. Я извиняюсь, у меня очень важная встреча со спонсором. Я очень извиняюсь. Ксения все вопросы решит. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. А куда бы вам хотелось? Мы можем предложить вам тур в любой конец света. Ну, вы знаете, мы еще не готовы. Да, Саша? Да. Саша права, не нужен нам никакой ваш конец света. Мы еще от предыдущего отдыха в себя прийти не можем. Знаете, я правда очень сожалею, что так получилось. И мы готовы как-то компенсировать. Может быть, в Европу? Есть прекрасный тур в Прагу. Спасибо, не нужно. Просто верните деньги и все. Нет, мы подумаем. Мы готовы рискнуть еще раз. Конечно. Тем более, что рисковать вам не придется. По Юго-Восточной Азии. Таиланд, Сингапур, Гонконг. Попробуй тайский массаж. Я тебе покажу массаж дальше. Тогда Латинская Америка, Бразилия, Мексика, Аргентина. Да-да-да-да-да-да. И танго, танго, танго. С кем это интересно? Так, собственно, я все уже решила. Нам нужно посоветоваться, да, Саша? Да, Саша права, нам необходимо посовещаться. В таком случае, вот вам мой телефон, позвоните, как только определитесь. Да, считайте, что мы уже определились. Александр за мной. Спасибо, ваш визит очень важен для нас. Thank you.
Вахтанг Георгиевич, значит, на всех наших проспектах мы печатаем вашу рекламу. Лучшие блюда кавказской кухни по лучшей цене. Спасибо, но я со своей стороны вашим клиентам или постоянным клиентам, ну, будет хорошая скидка. Очень рад был знакомству. Да, взаимно. Надеюсь, дело пойдет. Ну, поживем, увидим. Всего доброго. Что я принесла вам? Конфеты. Ура! Да, давайте. Павлик, что стоишь там вдалеке? Вот, смотри, твои любимые. Можно и потом. Пойдем, я тебе что-то покажу. Пойдем. Держите пакет. Ой. Это мой. Какая красота. А почему твой крокодильчик такой грустный? Вообще-то, я тебя нарисовал. А, да? Ну, я и говорю, а что у тебя такая грустная? Нет, ты усталая, потому что у тебя всегда много работы. Ты знаешь, вот у меня сейчас станет дел поменьше, я буду уже гораздо веселее, да? Да, такое всегда бывает. А хочешь, я тебе этот рисунок подарю? Да. Вот, держи. Спасибо. Пожалуйста. Паш, проводишь меня к директору? Да, пошли. Поговорить с ним кое о чем. А почему ты хромаешь? А, да, каблук отвалился. И потерялся? А, нет. Вот он, смотри. Сломанный зуб. Может, его может починить? Не знаю, может быть, и можно. Что-то у меня пятерка по труду. Учитель говорит, что я настоящий мастер-фломастер. Да. Ну, тогда попробуй. Держи. Да? Римма Николаевна? О, здравствуйте. Я вот по поводу усыновления хотела узнать, что там за документы или какие-то справки, что вообще нужно. Наконец-то. Давно ждала, когда вы решитесь. А... Туфля. Угу. А вторую Пашка взял чинить. Угу. А это я. О, здорово. Значит, вы решились забрать Павлика? Ой, не то чтобы я решилась, но, в общем, да, хочу усыновить его. Угу. Ну, тогда вы должны знать, что процедура может занять не один месяц. Нужно собрать справки о доходах, о составе семьи, о жилплощади, пройти школу приемных родителей и принести справку о состоянии здоровья. Мало ли что. А, да, я знаю про эту справку. Вот хотела уже на этой неделе идти в поликлинику, но начальник сказал, опять до конца недели не отпустит, опять оврал. Ну, вы с этим не тяните. Прошу вас, если решились, собирайте документы. А если нет, то не приходите больше сюда. Паша взрослый мальчик. Он ждет, надеется. Римма Николаевна, ну зачем вы так? Вы сама хотела как можно скорее, но... Вообще-то я очень не уверена, что у меня получится. Вы как думаете? Ну что вы, я не вижу никаких проблем. Да. Ну, единственное, формально вы не замужем. Это, конечно, минус, но... Ну, вообще-то мы с Вадиком много лет живем вместе. Да, мы, конечно, не расписаны. Но, с другой стороны, не могу же я его насильно под венец тащить. Ну, почему бы нет? Мой муж тоже все время отнекивался, пока я его за шкирку в ЗАГС не затащила. Тебе не надо, говорю, а мне надо. Здорово. Но... Не, я так не могу. Паша, что ты хочешь? Заходи. Видите, караулит прямо под дверью. Вот, держится. Ой, да ты чудо-сапожник. Вообще-то сапожники сапоги делают, а это туфля. Значит, ты чудо-туфельник? Нашим детям не хватает социализации, обычных бытовых знаний. Да это не страшно. А чем же ты его прикрепил? Красным пластилином. Я хотел жвачкой, но у меня не было. Это потому, что я тебе не выдала. Я тебе сейчас дам.
Ой, а что я тебе принесла? Глядь, можно? Конечно. Я принесла, потому что Паш сказал, что он хочет стать сильным. Тебе нравится? Да, крутые. Теперь я точно всех победю. Или побежду. Или побежу. Или побегу. Ой. Ну что, Пашка, я пойду, наверное. Завтра постараюсь пораньше к вам прибежать. Угу. Когда ты совсем придешь? Ну, чтобы меня забрать. Это так не просто. Не просто? Да мне и собираться долго не надо. У меня одна сумочка, взяли и пошли. Ну, знаешь, у взрослых так много заморочек ненужных. Ты же понимаешь, уже большой. Вот взрослые всегда так. Если нельзя или надо ждать, то ты уже большой. А когда им надо, то ты еще маленький. Вот как это, а? А это потому, что в нашем мире все относительно. Вот, смотри, видишь, какая я большая? Да. А ты маленький. Угу. А теперь смотри фокус. Видишь, я какая маленькая, а ты какой большой. Все, пока. Пока, до завтра. Пока, до завтра. Пока. Эх, надо было на жвачку. Случайно встретились. Я Галке показываю твою смс, что тебя опять в отпуск не пускают. Вот мы решили тебя немножко взбодрить и куда-нибудь выпить. Слушайте, а мне сегодня совершенно случайно денег дали. Так что я вас всех приглашаю. Поехали куда-нибудь посидим. Девчонки, так устала, нет сил никуда ехать. Давайте лучше в следующий раз. Так, начинается. Мы никуда далеко не потащимся. Ну вот в ближайший кабак хотя бы. Вадим сейчас должен голодный приехать. Вот, смотрите, я еще каблук так, сломала. Так, кубок я тебе дам. У меня в машине всегда есть балетки. А Вадим твой, между прочим, не умрет, так что давай без разговоров переобувайся. Давай. Что это у тебя с походкой? Ну что с походкой? Я же не за рулем езжу. Обычно на каблуках, а когда сажусь за руль, вот правый надеваю. Так. Ну пошли, баламутки. Пошли, пошли. Спишь на посту? Люди в ресторан идут. Почему перед ходом не помыла? Стыдно. Ну, виноват, Вах, прости. Угу. Только ведь я не проспала. Да. Я книжки зачитался. Бабни, на работе можно читать только трудовое законодательство. Да бог с тобой, какое законодательство? Сонник у меня. То есть все-таки спишь на работе? Да разве что ты снешь фунт какой. Угу. Сплю я дома. Да. Да. И мне, между прочим, сон про тебя приснился. Вера, как я тебя увольняю? Нет. Понимаешь ты, по соннику получается, что у тебя изменения в жизни будут. К лучшему. Это я еще не поняла. Mm-hmm. Как будто они прям с неба на тебя свалятся. Mm-hmm. В виде женщины. А я думал, в виде денег. Бабни, не испытывай мое терпение, не будь его не звери, ладно? А то вот я сейчас возьму и изменю твою жизнь к худшему. А если это любовь? Уволю. Все, все, дорогой, поняла. Пошла, дашь фабр. Ой, Ксюха, как же трудно тебя куда-то вытащить. Ну, конечно, ты бы хотела, чтобы я бросила мужа, семью и закутила бы по-черному. Закутишь. Это кто муж-то у нас? Вадим твой, что ли? За столько времени так и не соизволил, между прочим. Человек пытается наладить свой бизнес. Встанет немного на ноги, и я буду приставать к нему с этой женитьбой. Девушка, все это вообще ненужные формальности. А свадьба – это пустая трата денег. Да. Да. Хотя… Блин. Красивая трата. На счастье, я бы не отказалась. Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои. Так, зеленый, пойдемте. Здравствуйте, не спешите пока сходить в заведение. А, давайте сделаем это красиво. Берите вот эти лукошки, корзинки с лепестками роз и встаем в живой коридорчик.
заходи быстрее. Давай. Вы на свадьбу? Ну, я не то чтобы на свадьбу, но я... У нас спецобслуживание. Друзья мои, я предлагаю ненадолго оторвите свой взгляд от бокалов. Посмотрите вокруг. Если за этим столом еще кто-то не успел друг друга узнать как следует, срочно знакомимся друг с другом. Ну, а самый лучший, надежный, проверенный способ познакомиться, это, конечно же, пригласить человека на танец. Поэтому танцуем все. Алло. Музыка. Ну что, ты где? Ты куда пропала-то? Мы тебя ждем. Что значит не пустили? Ты представляешь, ее не пустили. Подожди. Ну хорошо, ладно. Ну мы тогда попозже к тебе зайдем домой. Сейчас бокальчику выпьем и зайдем. Ее не пусти, она домой пошла. Слушай, да она с Вадимом со своим мучится. Вот чем больше с этим мужиками носишься, тем больше они нам на шею садятся. От мужиков одни проблемы. Мельчает мужик. Вон, одни шуты да бездельники остались. Вадим? Вадим, что это? Что это за коробки? Крылья. Это, Ксюша, крылья. И все они теперь наши. Все наши ангельские крылья. Так что пусть тут стоят пока. Отлично. Мы еще никогда не жили в обстановке такой роскоши. А надолго? Слышу злую иронию в свой адрес. Хочешь меня наказать? Давай. Перестань, я всего лишь спросила, что это такое. Крылья? Ну, я понимаю, но... Заказали 20. Я купил 20 коробок, а они хотели 20 штук. Вадик облажался. Красивые. Надо их реализовать через твоих знакомых. Да где же мы столько ангелов-то возьмем? К тому же еще без крылых. Шути, зови. Ничего не понимаешь прекрасно. Я понимаю, что ты прекрасно нарезался по этому поводу. Слушай, гениальная идея. Жара. Кондиционеры поломались, и тут мы. С нашими крыльями. Только надо их переделать чуть-чуть, Вера. Дай денег. Ну, откуда? Я так понимаю, что все, что мы откладывали, ты потратил на эти крылья. Не веришь мне? Я верю в тебя. Иди-ка ты проспись. Ты карты мой несчастный. Не веришь мне. Тут буду спать. Как в раю. Опа, вон видишь? Вон. Вот это вот точно знает себе цену. Вот это вот стопроцентный хозяин своей жизни. Да, стопроцентный, между прочим, супермен по психотипу, во-первых. Во-вторых, женщин любят красивых, но верных, а все остальное сам он себе купит. Да он же бандит. Такой вот зарежет и даже имени не спросит. Хотя, конечно, обаятельный. Ты знаешь, вот если вот такой вот влюбится, то он в лепешку расшибется. Но, правда, поймать его очень непросто. Почему? И, кстати, это не твой тип. Тебе нужен мужчина подкаблучник. Да зачем? Мне вообще никто не нужен. Слушай, а может, мы присоседимся к свадьбе? Ага. Букет невесты будем ловить. Ну ладно, чего ж мелочиться-то букет? Давай сразу же жениха отобьем. Вот нет, вот жениха не надо, это у нас по твоей части. Ты ни разу тогда ЗАГСа не дошла. А я все, знаешь, уже знаю, плавали. Ну, я вообще-то, конечно же, так уж побезобразничать. А вот что касается выйти замуж, я тебе скажу, чтобы не вдвое уменьшить свои права, зато в два раза увеличить обязанности, лично я пас. Точно. И носки не надо ничьи грязные по квартире собирать. Да, только носки. Слушай, давай выпьем, а? Да. Давай выпьем за нас, за свободных, за независимых женщин. Ведь если мы с тобой родились для того, чтобы реализоваться как полноценные личности, надо сразу сказать. Давай сделаем это здесь и сейчас. Ура! Ксюша, где я? Проснулся, вставай давай. Куда? Курятник. Все ваш. Thank you.
расходитесь. Не расходитесь. Сейчас мы с вами немножко поиграем. Мне для этого понадобится один смелый человек. Да? Да. Да, ну я вижу, что вы человек, конечно, бесстрашный, но вам понадобится ваша партнерша. А мне сейчас нужна девушка. Можно вас? Ну, можно вас тогда. Да что такое? Девушка, можно вас попросить? Вот я вижу по глазам, что вы человек бесстрашный и веселый. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Только верните ее в целости и сохранности. Ее завтра больные ждут. Ого, так вы врач. Да. А зовут вас? Алла. Алла, прошу любить и жаловать. Алла, скажите нам, пожалуйста, вы с чьей стороны? Со стороны жениха или со стороны невесты? Ну, в данный момент я буду с вашей стороны. Ого. Итак, Алла со стороны тамады. Алла, у нас здесь все очень просто. Вот перед вами монета. А я возьму вот этот вот тонкий фужер. Вы будете забрасывать монеты в фужер, а я буду их ловить старательно. Поняла. И сколько мы с вами наловим, столько призов и получим. Итак, внимание! Поехали! Начали! И... Так, позор. Вторая! Что такое? Целых три монеты! А это означает, что именно столько раз вы имеете право поцеловать партнера! О, это было незабываемо! Спасибо, Алла! Если бы я знала, что приз будет таким, я была бы гораздо точнее. Ну, я думаю, что мы потом можем с вами потренироваться. А сейчас сюрприз. А это вам. Спасибо вам огромное, Алла. Спасибо. Ну, а сейчас мне нужна пара. Пожалуйста, кто-нибудь. О, нет. Нет, но я вижу пару у нас пока не складывается, поэтому танцевальная пауза. Безобразие какое. Да что они там очумели все? Пол третьего ночи, но совсем уснуть не дают. И то верно. Я ведь только-только прикорнула, а тут бац, по больной голове. Я ведь днем заснуть не могу, а тут еще ночью спать не дают. Давайте полицию вызовем. Так я вызывала. Приедут, они сделают потише. Стоит полицейским уехать, так снова бац-бац на всю катушку. Директор, говорят, у них мафия, что все у него схвачено. Никто его не тронет. Счастливо! Счастливо! Давайте я схожу. Сходи! Скажи, что здесь одни старики живут, все больные. Сколько раз скорую вызывали? Наговори на них. Стрекорова, может, поможет. А я вам вон вызову. Разгоним этот гадюшник. Угу. Сходи, сходи. Стоп! Нет, этого здесь делать нельзя. Тут жилые дома, и мало ли что. Может, не брат, в честь первой брачной ночи. Ну, она еще впереди, брачная ночь. Давайте, произойдет, потом будет салютовать. Здесь не надо. Первая, не первая, это же семь. Опасно, все это может заменить. Мы же даже не внутри, я вообще инженер. Как вам не стыдно? Старая больная женщина. Блин, никакая не больная. Ёлки, да я еще и не старая. Сюда, давайте, проходите. Я надеюсь, не пострадали? Все в порядке, спасибо. Но если бы не вы, все могло быть гораздо хуже. Вот я так и знала, что вы еще здесь. Привет. Конечно, без вас бы это никак не обошлось. Вот ты здесь со вчерашнего вечера. А вот ты что здесь делаешь? Я вообще живу здесь.
А вы чего? Дом весь разбудили. Где он, ваш хваленый директор? Как там его? Ваха, ряха. Меня послали с ним разобраться. Ого. Что случилось? Вот уж послали, так послали. Здрасте. Здравствуйте. Я говорю, опасное у вас, девушка, задание. Я имею в виду, что лучше его сейчас не трогать. Вон он, пожаром командует. Как капитан тонущего корабля, да? Ну да, наверное, с него хватит на сегодня. Ну что, подруги, пойдете к нам спать? Ну да, возьмешь. Дима, до свидания. Спасибо вам большое. Мы вас не забудем. Ну, я надеюсь, еще увидимся. А, только через тебя массаж головы, а то опять раскалывается. Ну, конечно. Ладно, лучше. Пока. Ну, по-моему, я даже отмылся от этой дали. А между прочим, мне даже понравилось. Пожар, все бегут, волнение, даже как-то возбуждающе было. Я повешу на балкон? Не советую, там Вадик еще не починил ограждение. Понятно. Мужчины не могут знать, что женщинам необходимо. Надо им чаще об этом говорить. Болит голова, да, еще? Таблеточку выпила? Угу. Слушайте, мне в больнице такой шикарный способ рассказали, как избавиться от головной боли. Аллочка, если ты будешь поменьше говорить про мою голову, она быстрее пройдет. Так, хватит суетиться. Давай, ляг. Я тебе сделаю свой фирменный массаж. Ой. Давай. А вообще, по-хорошему, прийти бы тебе ко мне, да и провериться. Мало ли что. Да, надо бы прийти, но начальник раньше конца следующей недели не отпустит. Слушай, что ты, это Спартак Динамо, слишком часто тебя динамит. Вадик? Это, между прочим, все от зажима и от стресса. Нужно, чтобы люди для тебя жили, а не ты для людей. Это как это? А, нужно быть разумной эгоисткой и от людей брать по своим потребностям, отдавать по своим возможностям и не париться. И тогда со здоровьем будет все в порядке. Что-то я не видела, чтобы ты у кого-то что-то брала, а уж тем более отдавала. Ну, я не трублю о своих маленьких победах, а у вас-то и таких нет. Это еще почему? В психологии есть такой принцип. Чем больше ожиданий, тем выше степень разочарования. Чем больше ждешь, тем меньше получаешь. Чем меньше ждешь, тем больше получаешь. Принцип железобетонный и действует безотказно. Ну, не знаю, может быть, ты и права. Конечно, права. Так, ну что, получим? Да, да, честное слово, даже как-то полегчало. А, ну, отлично. И вот, например, вчера твой тамада. Ой. Ведь можно было с ним и немножко закутить. Ты ему хотя бы телефончик-то дала? Да не успела я. Ну, в этой суматохе как-то... И не успела, а не решилась. И это, между прочим, твой зажим. Нужно расслабиться и плыть по течению. Вот. Ну? Осваиваешь новый психотренинг на подружках? Ну да, читаю новый курс. Кстати, даже диск записала, могу подарить. Как развернуть жизнь в счастливую сторону? Послушай для начала. Заманчиво. Здравствуйте, девочки. Доброе утро. Вадик. До свидания, девочки. Ты уже уходишь? Да, конечно. Вот нет, подожди, мы же договорились сегодня к Пашке идти вечером. Нет, я не пойду к Пашке. И тебе не советую. Ты ходишь, 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 а он напридумает, что ты забрать хочешь. Как ты напридумывает? Я действительно хочу. Слушай, твоему начальнику на работе наши крылышки не нужны? Да, нужны. Туристам выдавать вместо билетов. Вот. Хороший рекламный ход. Ты подумай. Подумай, все, пока. Девчонки, я тоже пойду, ладно. И Вадика довезу. Пока, пока, пока. Что ж такое? Да, турагентство «Спартак» приветствует вас. Какое интересует направление? Одну минуту. Здравствуйте, мы снова к вам. Вы так хорошо все объясняете, сразу все понятно становится. Давайте еще раз по вариантам пройдемся. Хорошо, присядьте. У меня клиент на линии. Алло, а? Какое интересует направление? Ой, это очень необычно. О, приветствую, приветствую, дорогих клиентов. Да уж, в этот раз вы так дешево от нас не отделаетесь. Не можем подобрать путевку. Второй день бьемся. Как так? Безобразие? Я вчера же давал команду. Так, Ксения, что происходит? Займитесь этими клиентами в первую очередь. Что с тобой? У тебя какой-то странный вид. Ксения! Ну, как ты? Да лень у тебя просто подскочила. Все, сейчас уже все в норме. Да, просто устала. Ночь не спала, ко всем прочим. Ничего страшного. Слушай, ну, раз ты все равно здесь, ну, давай пройдем полное обследование. Давай, мне же нужна справка о состоянии здоровья. Ну вот, тем более. Для Пашки. Так, давай сначала на КТ. Компьютерная томография. Вот сюда садись. Сейчас посмотрим, что у тебя там в башке такое творится. Все лишь бы подглядывать. Свои, она со мной. Я с самого утра здесь сижу. Ой. И точно томографию.
Я уже сделала. Теперь сижу, жду, когда они на своем этом компьютере снимки сделают. Слушай, ты вчера сходила? Сходила, сходила. Не сильно ругалась? Да не. Подожгла я к чертов ресторан, они разбежались. Да ты что? Тут я слышу, пожарная сирена была, что ли? Ксюшка, пойдем, я договорилась. Так что обращайтесь. Наведу порядок. По струнке у меня ходить будут. Герой, девка! Слыхали? Главное во время процедуры ложись, не двигаться. Аккуратненько. Ой, да я бы с удовольствием здесь поспала. Ладно, я тогда пойду, а ты после забеги еще в лабораторию, сдай анализ крови. Я уже после смены зайду и посмотрю твои результаты, хорошо? Давай, пока. Проходите, следующий. Дарья Николаевна, здравствуйте. Разбила окно? А, перчаткой боксировал. Понятно. Нет, что вы, я приду. Я приду, конечно. Можно? Войдите. Простите, пожалуйста, моя томография готова? Я не успеваю. Посмотрите сами, вот тут достали. А можно? Можно, можно. Ой, Кузнецова Ксения моя. Ой, какая красота. Ой, спасибо. Пожалуйста. Галка, привет. Ты можешь говорить? Да, могу. Слушай, здесь кошмар. Я не знаю, что делать. 30 литров 92-го. Да что случилось? Ксюха сегодня была у нас на обследовании, и мне принесли ее снимки. Я уже и неврологу показала, он тоже в шоке. У нее жуткие аневризмы. И что это значит? Это значит, что в любой момент она может умереть. Сосуды не справятся с нагрузкой, и при первом же случае... В общем, он сказал, 2 недели, максимум месяц. Так, слушай... Да подожди, ерунда какая. А вообще с чего вдруг? Да все сходится, и голова-то поэтому у нее постоянно болит. Господи, я не знаю, как... Что мне делать? Я не знаю, как ей сказать. Так, 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 так. Для начала успокойся. Контроль не нужно терять ни при каких обстоятельствах. Слушай, а может, не надо ей ничего говорить, а? Ну, как не говорить? И что, вести себя как будто ни в чем не бывало? И потом она от других узнает. Галь, мы должны сегодня ей сами все сказать. Подскажи, как? Ты же знаешь, как лучше. Ну, естественно, знаю. Это же моя профессия – дать клиенту точку опоры. Да какой клиент? Это Ксюха, это наша Ксюха. Так, успокойся и не нервничай. В общем так, держи себя в руках, не говори конкретно сроки. У нее, скорее всего, начнется отрицание, то, что этого не может быть, и, возможно, даже агрессия. Ну, у нее агрессия, это вряд ли. Ой! Посторонитесь, девчонки, старикам дорогу! Ой, вы нас что-то не снесли? Девчонки! Когда сегодня врачи сказали, что у меня все удивительным образом рассосалось, из меня столько энергии прет. Рано еще мне в гроб ложиться. Мы еще погудим, девчонки, погудим. Ой. Только не вздумаю сразу огорошить. Ой. Нужно сначала подготовить. 19 век – век биологии, 20 век – физики, а 21 век – психологии. Потому что доверие – это дело мне. Слушай, проверить-то можно? Можно. Вадик дома? Нет, еще нет. Я ужин готовлю. Заходите, будем есть. Нам нужно поговорить кое о чем серьезном. О чем? Слушай, я анализы твои сегодня получила. Все посмотрела. О, здорово. А ты справку принесла? Мне нужно как раз заключение в органы опеки отдать.
Вы чего? Умер, что ли, кто-нибудь? Такие серьезные. Нет, все, в общем, в норме, только снимок. То снимок показал очень серьезную проблему. В общем, я не знаю, как это сказать. Ксюша, ты умираешь. Ты только пойми, что нужно пройти еще множество обследований. Повторных и МРТ нужно сделать. Просто ты должна знать предварительное заключение. Тебе остался месяц. Ужинать не будем. Да. Извините. Мне, наверное, нужно одной побыть. Ну, мы пойдем. Ксюшенька, только ты успокойся, пожалуйста. Мы обязательно все перепроверим. Я тебе обещаю. Мы все сделаем. Не волнуйся, хорошо? Не нужно было ей так резко говорить. И вообще, с психологической точки зрения, это неправильно. А что ты вообще в этом понимаешь? Для каждого пациента терапевт создает свой язык терапии. Для нашей Ксюши подошел именно этот, шоковый. Здравствуйте, девочки. Привет. Вадим, можно тебя попросить сегодня Ксюшу ничем не расстраивать? Понял? Понял. Иди. Что вы все за меня решаете, а? Буду жить как хочу, понятно? Серьезно поговорить. Сегодня прям день серьезных разговоров. Слушай, я тут подумал, надо нам с тобой, наверное, расстаться. Чего ты молчишь? Ну что говорит в такой ситуации, я не знаю. Ну, не говори ничего. Тем более, ты все равно считаешь меня неудачником. Тогда зачем я тебе нужен? Что-то как-то многовато для одного вечера. Ну, ты же видишь, не клеится у нас как-то никак. Все. Какая-то невезуха сплошная. Давай попробуем, ну, хотя бы для начала, на месяц. Вадим, мне тут сказали, что я умираю. Ксюша, давай без трагедии. Хорошо? Ты прекрасно проживешь без меня. Хорошо. Я коробки потом заберу. Делай, что хочешь. Ладно. Мне будет хуже. Опашлюсь. Thank you.
Да, два стола. Мужики, ну аккуратней со столом, просил же. Нормально все, блядь. Чего нормально-то? Давай, доставай. Держи, падай. Да, ну аккуратней, я же говорю, аккуратней. Осторожно, сейчас зацепишь, говорю, осторожно. Тихо, тихо. Мужчины. Что? Мужчины. Осторожно! Иди сюда. Девушка, вы как? Извините, пожалуйста. Я просто еще не умею летать. Я надеюсь, вы не собираетесь каждый день тренироваться? Так ведь я теперь это, как ее? Ванга. Чего? Говорила я, что сегодня на вах ангел с небес упадет. Вот, сбылось пророчество. Да жива я, жива. Но я так увлеклась уборкой, ничего не услышала. Уборка? Ну, уборка, так это, по-моему, хорошо. Галь, да? Это да. Отличное направление. Слушай, энергии. Я поддерживаю. Ксюх, можешь помочь чем? Может, там мусор выбросим? Ой, всю квартиру к чертовой матери выбросила. Слушай, вот эта энергия мне, между прочим, очень нравится. Агрессия с точки зрения психологии – это прямой показатель выживаемости. Когда в человеке просыпается разъяренная акула, кровожадный тигр или злая собака, это значит, что сдаваться он не намерен. Ну, добро пожаловать. Молодец. Слушай, ну мы его уже пятый раз туда-сюда дергаем. Ты определись, пожалуйста, а то я совсем без сил. Подожди, я сейчас столик, а то не пройдем. Я уже не могу больше. О, Аллочка, а ты достань книги с полки, сейчас будем пылесосить. Слушай, ну я только занавесками закончила. Дай отдохнуть-то. Грабу отдохнешь. Давай, давай, Аллочка, за книги. Давай. Давайте я вам помогу. Давайте, стой. Слушай, а может ты и полы перестелишь, и стены еще перекрасишь. Опять. И потолок. А? О, слушай, это идея. Как думаете, до вечера справимся? Вот я сейчас не уверена, что она шутит. Слушайте, я уже устала. И комод твой мне уже поперек горла. Я, конечно, понимаю, что тут облагораживает, но не до такой же степени, а? Давай до коридора, Галь. О! Так? Так, план такой. Пылесосим книжные полки, разбираем вещи из шкафов, расстилаем ковер, моем посуду и окна. О, нет. Нет. Я вас тоже люблю, девчонки. Вообще!
Что? Спим на посту, да, бабуля? Как же я так, а? Сон сморил, Вах, прости. Сон? Сон-то хорошо. Красивый сон. Я, наверное, на большом слоне, да? А сзади меня 250 наложниц в ожидании своего звездного часа и ночи, да? Нет. Никаких слонов не было, зато было много тараканов. Войми, санэпидемстанцию ждать будем? Нет, Ваха, чего-то похуже. Похуже. Бабнин, ты сколько меня знаешь? Да еще с тех пор, как ты шком под стол ходил. Ну, так вот. Я же тараканов не боюсь. Я их одной левой. Ваха, это же вещий сон. И нехороший. Вот сейчас действительно будет нехороший сон, бабнин. Банкетный зал весь немытый, грязный. Тряпку, швабру и вперед. Да, Паха, ну подожди ты. Да я должна тебе рассказать. Бабнин, все. Это же был не просто тараканы. Что это там делаешь? Что это за полинялая тряпка у тебя в руках? Это свитер Вадика. Он еще пахнет, если принюхаться. Ты еще принюхиваешься? Алла, ты знаешь, что нужно делать. Ну-ка, давай его сюда. Нет. Подожди, Ксюха, ты что-то не поняла? Где наш разъяренный тигр? Давай! Почему все так несправедливо устроено? Почему я люблю Вадика, а он меня нет? Да кто тебе вообще сказал, что ты его любишь? В психологии это вообще называется зависимость. Ну и пусть. Да как это пусть? Ты должна научиться разграничивать свою личность и личность Вадика, осознать, что ты не чье-то дополнение, а прекрасное и самодостаточное. Вот, вот правильно Галка говорит. Да ну этих мужиков, знаешь, куда? Да в одно место. Они нас все недостойны. А Вадика твоего вообще нужно стереть тряпочкой, как будто бы его не было никогда. Не надо его стирать, я хочу, чтобы он вернулся. Да как это я сразу не поняла? Да никакой ты не тигр, не акула и даже не злая собака. Ты все это время прикидывалась. У тебя внутри вообще сидит какой-то кролик, зяблик или мошка. Тихо. Девочка моя бедная. Да и ничего она не бедная. Подумаешь, мужик бросил, и что? Бороться надо, только борьба приведет нас к прорыву. Нет у меня сил на прорыв. Максимум вещи разложить. Так, девочки, придется идти на крайние меры. Привели мою новую авторскую методику, отпусти мужикам, иначе подругу мы потеряем. Какая методика? Что это? Новенькая, мощная и действует безотказно. Это же были не просто тараканы, они булкали по аспарагусу. Осторожнее, почему? По аспарагусу. Так, так это что за зверь такой? Это не зверь, это цветок. Его держала в руках та самая девушка, которая упала на тебя с неба. А, так она цветы любит, это хорошо, надо запомнить. Пока! Эта девушка принесет тебе много горя. Да ладно, бабнин, может, наоборот, много счастья. Вот ты смеешься надо мной, а я тебе правду говорю. Это был вещий сон. Чем докажешь? Я вторая Ванга. Кто? Ванга. Так, слушай, Ванга. Сейчас берешь тряпку и чешешь банкетный зал. Наводишь там порядок. А у меня дела. Все, я поехал. Ой, вот у него там еще родинка такая есть. Нужно будет не забыть потом подрисовать. Да все это несущественные подробности. Это давай Ваде лучше ровнее. Хотя Вадик твой, конечно, еще тот неровный типок. Знаешь что? Я бы Ваде не просто так, а с мыслью. Вспомни все, все самое плохое, что он тебе сделал, и запиши это, не стесняясь в выражениях. Зачем? Прям так и записывать? Прям так и записывать. И главное, вспоминай, вспоминай, иначе ритуал не сработает. Однажды он при всех назвал меня толстой. Вот, пиши. А еще он съел мое мороженое, когда я опоздала на 10 минут в кино. А вот за мороженое я бы вообще убила. Еще он никогда не ездил к моей маме, потому что на 5-й этаж нужно было взбираться без лифта. Какие выясняются подробности? А еще вы знаете, что он запрещает мне разговаривать с вами по телефону дольше, чем 15 минут? А еще он считает, что мой IQ ниже его. Да у него вообще нету никакого IQ. Еще он считает, что у меня нет вкуса. Занимает у меня деньги и никогда не отдает. Да ладно?
Еще он всегда учил меня жизни и контролировал каждый шаг. А сам никогда не смывает в туалете, никогда не мыл посуду. Как интересно. Однажды ночью он не встретил меня, потому что он смотрел футбол. А ко мне какой-то урод привязался на остановке. Пиши, пиши. Вон у него еще место осталось. А еще меня все время унижает. То, значит, у меня юбка не подходит к моим туфлям, то я не подхожу к юбке, то я чавкаю во время еды, то я, значит, купила не ту зубную пасту. Так, 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 я чувствую, ты накопила достаточно энергии. Теперь ее главное не растерять. Возьми ножницы, вырезаем и идем на балкон. Дай-ка мне ножницы, я его вырежу. Ничего не получится. Встань вот так. Чувствуешь? Ну да, я чувствую ветер. Отлично. Алка, разливай. Есть? Кому звонят? Так, ни в коем случае нам нельзя отвлекаться. Энергию растеряем. А если что-то важное? Так самое важное у тебя происходит здесь и сейчас, на этом балконе. Ты накопила энергию злости, если сейчас будешь ее растрачивать непонятно на что, Вадим не улетит и ритуал не сработает. Поняла. Ой. Что? Музыка громко играет? Да ну нет, что вы. Я вот по какому вопросу. У вас где-то здесь девушка живет. Невысокого такого росточка, волосы... светлые, вьющиеся, глаза такие красивые, большие и активные очень. Она не здесь? Здесь такие не живут. В общем так, ловим ветер. Тогда лучше, наверное, надо. Ну, давай вот так. И самое главное, конечно же, тебе нужно обрезать вот эту нить, за которую ты держишь Вадима. Ветер его унесет. И тебе сразу же станет легче. В психологии у нас это называется сепарацией. Ой, как страшно это у вас все называется. Ой, ну слушай, зубы тоже страшно вырывать. И что, зато потом как хорошо. Ну, давай. В общем, обрезаешь и говоришь, улетай, Вадим, навсегда и больше никогда не возвращайся. Без тебя мне будет легче. Улетай, Вадим, навсегда и больше не возвращайся в мою жизнь. Без тебя мне будет легче. Отлично. А сейчас что есть силы и как можно громче? Кричи. Отпускаю мужика. Отпускаю мужика! Полетел! Получилось! Получилось! Ура! Эх, с катертью дорога! Ну? Как хорошо-то! Ну? Знаете, как будто камень с души упал. Давай сюда шампанское, Алла. Так, за камень нужно выпить. Пусть летит с миром. Это точно. Оп! Хорошо летит. Вон. Какой маленький. Жалко. Ну? Девчонки, меня просто распирает от радости. Ты моя дорогая. Ну как я могла все эти годы терпеть все эти унижения? Как я могла так наплевать на себя, что жить только одним Вадиком? Тебе надо запатентовать этот метод. Он работает как безотказно. Процесс. У меня как будто пелена спала с глаз. В ту секунду, когда Вадик отлетел, то есть улетел, у меня в голове как будто что-то выключилось. То есть включилось, и я поняла, что... Девочки! А! Так жить нельзя! Так, запиши это крупным почерком и закрепи на холодильник. И мне как-то хочется что-то еще сделать. Меня как будто вот прям вот выворачивает наизнанку. Как там это у вас в психологии называется? Энергия прорыва. Энергия прорыва! Вадик! Мужик! Ну-ка, иди сюда, сейчас ты ответишь за все эти унижения, которые ты приносил мне в течение многих лет. За все соки, что ты выпивал из меня. За все те обидные слова, что ты мне говорила. Самое главное, за те слова, что ты не сказал мне, Вадик. Слушай, как иногда приятно со стороны понаблюдать за состоянием аффекта. Ой,
Добрый день. Вы знаете, я сейчас поднимался по лестнице и думал, как задать вопрос. Я понял побыстрее. Не падали ли вы сверху, с неба? Ну, сейчас, да, я спрошу по-другому. Как вы себя чувствуете? Болит голова, да? Ну, ничего, не переживайте. Скоро все пройдет, все будет хорошо. Я... Ну, понимаете, с другой стороны, если бы вы не упали, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Но мы и так не разговариваем, да. За бинты не волнуйтесь, их вам скоро снимут, да. Вы будете такой же обаятельный, привлекательный и красивый, как мы с вами встретились в первый раз. Дорогая вы моя, упавшая с неба, подождите. Что? Коняев Дмитрий Олегович. Это кто? Вы? Вами. Извините. Вот не могу остановиться. Я прям чувствую, что мне руки чешутся. Да еще лучше испечь пирог. Пирог! Отличная идея! Так, слушай, ну это посттравматический синдром, это скоро пройдет. Слушай, может быть, лучше закрепить результат, а? А то вдруг она опять притворяется тигром. Ладно. Ксюша! Я здесь! Иди-ка сюда! Так, где у тебя? Тут ручка растет. А, вот. Ну что, ну? Иди сюда. Что писать? Так, садись, пиши. Список моих желаний. О! Так. Ну это все то, что ты когда-либо хотела сделать, но боялась. Ну, а еще внизу припиши, что именно с этого списка начинается твоя новая жизнь. Давай. На новую. Давай. Сука, ну что ты зависла-то? Пиши все то, о чем ты мечтала, но раньше боялась. Да. Чем я мечтала, но чего боялась? Потанцевать в общественном месте. Отлично. Желание номер. Что еще? Еще. Я всю жизнь хотела и боялась попросить Вадика о том, чтобы он носил меня на руках. Целый день. Тоже пиши, только без Вадика. Без Вадика. Еще, конечно же, я мечтаю встретить принца на белом коне и закрутить с ним сумасшедший роман на кино. Вот это желание поддерживаю от и до. Прыгнуть с парашютом? Прыгнуть. Можно. За адреналин. Еще я хочу защищать всех обездоленных, угнетенных. Вот правильно. Так, короче, тебе есть чем заняться? Ксюша, ты пиши, чем больше желаний, тем лучше. А у нас с тобой кардиотренировка. Ой, точно. А у меня работа. А я там допишу. Девочки, вы меня вернули к жизни. Ну это же наше предназначение. Доброе утро. Ой, здравствуйте, мы вас с утра ждем. Здравствуйте. Что там с нашим туром? Я вам все приготовила. Садитесь. Итак, я предлагаю вам тур в Москву. Саша, она над нами издевается. Да нет, похоже, не издевается. Она хочет сказать, что за эти деньги мы будем отдыхать дома. Вовсе нет, потому что эта Москва находится в Шотландии. Вот, посмотрите. Такая есть тезка у нашего города, а вы не знали. Ну-ка. К тому же располагается на прекрасном берегу великолепной реки Волга. Мягкий климат, горячие источники, местные сыры, напитки, прямой рейс, бизнес-класс, маленький отельчик семейный, 2 недели эксклюзивного отдыха. Представьте себе, как вы на 2 недели вырываетесь навстречу приключениям, как это прекрасно! Сделать то, о чем всю жизнь мечтал, но всегда боялся. Встретить принца на белом коне, завести с ним сумасшедший роман, как в кино. Принца! А что, принц тоже входит в стоимость тура? Нет, это я так сболталась. Ну и что ты про это думаешь? Про что? Ну, про Ксюшин список. Да ничего, по-моему, отличный список. Ну, по поводу прыжков с парашютом я, конечно, не думаю, а вот с принцем на белом коне мы вполне могли ей помочь. Да если бы я знала, где этого принца взять, я бы сама туда пошла и взяла его себе. Опа! Ты посмотри, какое чудо! Это Дима? Со свадьбы? Не, дорогая, это вовсе не Дима. А кто? Это принц.
На белом коне из Ксюшиного списка. Ну, вообще-то он тамада. Так, давай пошли с ним поздороваемся, а то как-то невежливо получается. Ух ты! Вот это сюрприз! Привет! Лучше не ожидал. А мы-то как не ожидали. Привет. Здрасте. Станцевать в общественном месте, чтобы не носили на руках. Прыжок с парашютом, принц на белом коне. И защищать униженных, оскорбленных. О, Господи, как же я про Пашку-то забыла. Пашка. Ой. Я же в отпуск хочу. Нормальные люди начинают сначала, а я начну с конца. Дима, а вы не могли бы нам пару бутылочек воды принести из бара? Алла, для вас я готов осушить мировой океан. Спасибо. Так, экстраверт замашками мазохиста, но нам подойдет. Галка, а что ты такое задумала, а? Что задумала, что задумала? Попросим его немножко попритворяться принцем. Уж непонятно. Для Ксюши? Ну, конечно же, для Ксюши. Ты что, не хочешь помочь лучшей подруге? Нет, я, конечно, хочу. Ну, тогда что ты жмешься? Никуда твой тамада от тебя не денется. А у нас подруга умирает, и наша прямая обязанность выполнить хоть одно ее заветное желание. Но ведь нам придется ему все рассказать. Ну, расскажем без подробностей и завуалированно. Неужели он откажется помочь умирающей? А если откажется? Если откажется, подключишь свое обаяние. Скажешь, что это твоя личная и очень важная просьба. Не знаю. Спартак Михайлович, а можно я минутку? У меня перерыв, Кузнецова. Пытаюсь остановить поток мыслей. Медитация называется. Слышала? Надо поговорить. Спартак Михайлович, я подобрала очень хороший тур для Ксюшиных в Шотландию. Они довольны. Отлично, Кузнецова. Значит, ты тоже можешь взять себе перерыв на 15 минут. Рекомендую остановку мыслей. Очень помогает. Я боюсь, что 15 минут мне будет мало. Мне бы лучше 15 дней, а еще лучше 20. Ты шутишь, Кузнецова? Или мне послышалось? Я хочу в отпуск. Я 3 года не отдыхала. Мне завтра улетать, а новых сланцев нету. Да к тому же, на кого я офис оставлю? Можно спросить? Ты остаешься за главную, Кузнецова. Ну, поблагодаришь меня или как? Или как? То есть, спасибо, но нет! Я увольняюсь! Ты шутишь, Кузнецова, или мне опять послышалось? Нет! Спартак Михайлович, под вашим руководством невозможно работать! Вы... Кто? Спартак Михайлович, самодур! Вы по 3 раза в месяц улетаете в теплые края со своей любовницей, а другие остаются в офисе, пашут на вас, как проклятые, за копейки. Кузнецова, ты чего, белины объелась, что ли? Нет. Давно хотела вам сказать. Да, летите с Богом, Господи, и не возвращайтесь в мою жизнь. По крайней мере, я больше не вернусь. Отпускай, мужика! О, Ксения, здравствуйте. Ну так как же нам получить свои путевки? Да, на руки. Заходите, теперь вами будет заниматься другой специалист. Кто? Вот это? А как же вы? Я? Да. Только что уволилась. Ты в своем уме, Кузнецова, где ты еще найдешь такую золотую работу? Белла, останови свой поток мыслей. Всем счастливо оставаться. Ох, какая у вас, Алла, красивая дельтовидная мышца. Спасибо. Ягодичные. Вот ее гордость. Галка, ну хорош, ну что ты? Дима, да.
Послушайте, у нас для вас есть одно предложение. Развлекательного характера? Очень, очень развлекательного. И что это? Свадьба, детский праздник, день рождения? Понимаете, ситуация, она не совсем стандартная. Ну, скажем сразу же, что разговаривать вам придется много, и, возможно, в праздник будут включены спортивные упражнения. Ух ты. Ну что ж, я готов. Сценарий есть? Приготовьтесь импровизировать. Да вот, сегодня на уроке физкультуры я один не мог забраться вверх по канату. Надо мной все смеялись. Да? А смотри, что я тебе принесла. Фу, это для моих перчаток. Будем развивать руки, Паш. Сегодня я поняла, что никому нельзя позволять обижать себя. Нельзя чувствовать себя жертвой. Ты понимаешь меня? Да. Тогда бей. А может, мисс бегает за моими перчатками? Нет, так бей голыми руками. Ну, кто так бьет? Получай. Паш, ну кто так бьет? Смотри, для удара ты должен накопить энергию злости. Мне подруга так объясняла. Смотри, подходишь, вспоминаешь, накапливаешь, бьешь. Вспоминаешь, что в отпуск тебя не отпускали 5 лет. Вспоминаешь, что над тобой смеются все за твоей спиной, потому что ты одна и шачешь на весь офис. Вспоминаешь, что тебе туфли новые не разрешали покупать, потому что старые еще не истоптались. Вспоминаешь, что тебе в нежности отказывали. Всякий раз как-то тебе хотелось. Тебе плохо, да? Тебя кто-то обидел? Нет, сейчас мне уже хорошо. А хочешь, за тебя постою? Да. Хотя, ты знаешь, я сейчас сама могу за себя постоять. Давай, бей! Но у меня не получится. Получится. Ты просто не веришь в себя, а надо верить в то, что ты достоин лучшего. А то, если ты не будешь верить, так другие тоже не будут верить и будут тебя обижать все время. Ты понимаешь меня? Молодец! Так, Пашка, так, ну еще давай, давай еще! Пашка, какой ты классный парень все-таки. А когда ты вырастешь, ты станешь таким хорошим мужчиной. Но у меня руки не развиты. А это не главное в человеке. А знаешь, что главное? Что? В человеке главное, чтобы у него было сердце, которое доброе и умеет любить. Понимаешь? Только ты не обещай, пожалуйста, что бы ни случилось. Ты никогда не должен переставать любить и быть добрым. А мы еще по груши бить будем? А то! Сейчас я тебе покажу свой хук слева. Так! Стоп, моя очередь. Баба Ксения! О, какая вы! Ксюша! Ой, Ксюша! Тебя сегодня этот бандит из ресторана искал. Такой злой! А зачем? Не знаю, не говорил, но вид у него был грозный. Я б на твоем месте постереглась, вдруг он киллера наймет. Да? Нет, по-моему, вы детективов обсмотрелись. Ну, кому я нужна, да и зачем? Мое дело было тебя предупредить, Ксюша. Я сказала все, как есть. Чао! Чао! Серьезный ты человек, Ваха. Не хотел бы я оказаться с тобой по разные стороны баррикад. А ладно, Дим. Настроение просто плохое. Нервы что-то шалят. Тогда ты приехал в правильное место. Здесь нервы только так успокаивают. Я тебе просьба будет. Пожалуйста, мишень поменяй и заряди меня еще. Я у тебя надолго, ладно? Спасибо. Ну что, Ксюха, точно решилась? Да. Давайте, сделайте из меня что-нибудь нереальное, что-нибудь феерическое. Так, сделай.
сделаем самое, что ни на есть реальное. Откроем, как говорится, красоту этому миру, который ты скрывала столько лет. Да. И лицо. И фигурку. Открывайте. Давай. Вперед. Давай. Так, а где то красное платье, которое я тебе в прошлом году на день рождения подарила? Или ты его кому-нибудь забагрила? А, роковое, что ли? Нет, висит. Точно! Красное платье! Ну, вот же и пришло его время! Да все бабушки около подъезда попадали. Так, полумиры нас не устроят, нам сегодня нужна полная трансформация. Что, садись? Или ты забыла наше новое заклинание? Нет, помню. Никогда не сдаваться, верить в себя, никому не давать себя обижать. И делай, что хочешь. Да. Отлично. Так, давай разворачивайся. Пусть это будет сюрпризом. Так. 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 Не смотри, не смотри, не смотри. Давай, открывай. Это кто? Вот и я тоже говорю. Где у нас Ксюша-то такая? Слушай, ты выглядишь просто потрясающе. Ты как бабочка, которая наконец-то вырвалась из своего турагенского кокона. Ой, как же теперь жить с такой красотой? Как жить, по-новому жить. А вот сейчас ты, например, возьмешь, встанешь, пойдешь и прогуляешься. Да, да, сейчас? Да, да. Зачем это? Ксюш, ну ты странная такая. Надо же новый образ твой на мужчину проверить. К тому же, как говорил один мудрец, неважно, где найдешь, где потеряешь, а вдруг твой принц на белом коне уже где-нибудь стоит поблизости, а его конь копытом бьет. Вот. На что ты меня толкаешь? Давай, иди прогуляйся, на цветочки присядь, посмотри, там все такое. Или с принцем не возвращайся. Я не хочу. Хочешь, хочешь, давай. Я уверена в себе, я всегда так одеваюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Не отступать и не сдаваться. Не отступаться, не сдаваться. Черт, кто придумывает эти каблуки? Ой. Ой. Ой, простите меня, пожалуйста, простите меня, я на вас налетел. Да, я заметила. Давайте, я помогу, он задумался просто и иду. А честно говоря, не задумался, а просто засмотрелся, какая вы красивая. То есть вы попались на красное платье? Оно, как в кориде. Так что можете меня теперь закалывать, как молодого бычка. Придется. Но тогда у меня есть право на последнее желание. Какое? Прогуляйтесь со мной. Ну, полчаса. Я что-то не припомню в кориде таких правил. Ну, пожалуйста. Ну что, мне не на что надеяться. Ну, почему? Надеяться нужно всегда, чтобы не случилось. Признайся честно мне, а ты куда шла, когда мы встретились? Да, подружки выгнали из дома. Надо жизнью подумать. Ну, как, подумала? Да. У меня теперь есть список моих желаний. Все то, о чем я мечтала, но всегда боялась сделать. Но меня просто разбирает любопытство узнать, что в этом списке. Всякие мои желания. Например, прыгнуть с парашютом, или танцевать в общественном месте, или такое глупое желание, чтобы меня носили на руках целый день. Ах, целый день? Подожди. Подожди, подожди. Ой, перестань, поставь меня на место, потому что я не спрыгиваю на руки первому встречному. А ты не прыгала, я сам себя поднял. Ну что? Гуляем дальше? Если у тебя руки не отвалятся. У меня не отвалятся. Не смотри, ты смотри на меня. В лучшем случае удастся ритм поймать. Расслабься. Просто слушай музыку. Представь, что эта музыка тебя несет. И двигайся, двигайся, двигайся.
был самый прикольный день в моей жизни. Ну, спасибо тебе за последние 2 года. Ну, почему было? Но он еще не закончился. И хочу отыграться. Шахматы! Матч! 7 часов. Давай, это моя квартира. О, у тебя. Да. Замёрзла? Давай. Ну что ж такое происходит? Баба Ксения, какая вы прекрасная! Так у меня свидание с Петром Ильичем Куликовским. Да, я тоже с вечеринки. Почему очень громко? Я думала, что мы тихо. Нет, тебя не касается. Это опять про этот ресторан проклятый. Но с 10 вечера у них музыка не прекращается. Ну, была бы музыка достойна. А то так мусор. Правда, вот сейчас у них тишина. 15 минут затишье я засекала. Ну, вот слышишь? Ну, никакого вкуса у людей. Ну, никакой культуры у людей. Нет, он меня уже достал. Так он всех достал. Только все боятся к нему сунуться. Я не боюсь. Да. Я такая решительная стала после своей вечеринки. Не отступать и не сдаваться. Где он? Кто? Вах ваш! Он мне нужен. Там, у себя в кабинете. Спасибо. Вы, наверное, считаете себя очень крутым, да? А чего вы это решили? Я это решила, потому что вы считаете нормальным каждую ночь мешать людям спать. Вам все равно, что в этом доме и в соседних тоже живут старики и дети, что кому-то завтра на работу рано утром вставать. Вам все равно. Вы вот свои прихоти ставите выше всего остального, а на все остальное вам наплевать. Я, наверное, поэтому так решила. Послушайте, успокойтесь. Я так понимаю, разговор нам длинный предстоит. Может быть, вы присядете? Нет. Не будет у нас никаких разговоров. Поздно разговоры разговаривать. Все, разозлил ты меня окончательно. Простите, зачем вы взяли мой пистолет? Не бойся, стрелять в себя не буду. Что вы делаете? Простите. А на что это похоже? Кино смотрим? Нет? Крутой очень. На, докажи, что крутой. А я привык женщин всегда и во всем пропускать вперед. Какое ценное качество. Стараюсь. Твоя очередь. Можно спросить, зачем вам все это? Я выполняю желание из своего списка. Я ничего не понимаю. Какое желание? Из какого списка? Я понимаю. Может быть, вы присядете, мы поговорим? Нет, уже разговаривали, с тобой это не работает. Ну так что? Смелый. Ну и все равно это не мешает быть тебе подонком. А, да, что пришла-то? А, вот после 11 у нас должно быть тихо все-таки. Ведь люди же заслужили право на отдых. Как ты считаешь? Да, я понимаю. Да? Я вам обещаю, что мой ресторан и моя музыка больше вас всех не побеспокоят. А твоему слову-то можно верить, Ваха? Да. Ну. Посмотрим. Просто потрясающе. Вы за один день столько всего успели. Можете себе представить, сегодня он носил меня на руках целый час. И один мужчина не делал этого для меня никогда в жизни. Сегодня вечером у тебя с ним будет секс. И все, как ты хотела. Знаю, хотела. Не уверена, что я сейчас хочу. Я не поняла, что это за разговоры такие. Да ну что в этом такого? Некоторые мечты, они так и должны, может быть, оставаться мечтами. Аллочка, я думаю, что вам лучше помолчать и пожелать счастья своей подруге с принцем. Я, конечно, желаю, да. Да нет, девочки, вы что? Дима, он клевый, конечно, но как друг. Как мужчина, не для меня. Так, знаешь что? Я ничего не хочу об этом слышать.
У тебя сегодня вечером с ним будет свидание, или я съем свой диплом. Принц на белом коне? Угу. Все-таки это несправедливо. Дима, он был мой поклонник. Прекрати. Что может быть в жизни главнее подруги? Вообще ты права, конечно. Жуков может быть сколько угодно, подруга-то она одна. Максимум две. Все-таки мне так любопытно, чем они там сейчас занимаются. Так, ты не о том думаешь. Нас ждет 10 упражнений на пресс. А вот еще одна такая история со мной случилась. Я недавно познакомилась с человеком и думала, что он ужасный. А потом оказалось, вернее, мне показалось, что он совсем другой, что он прекрасный. И это прекрасно. Что-то холодно. Надо с этим что-то сделать. Ой. Может, пора переходить к делу? Ксюш, а может, не стоит торопиться? Ну, может быть, у тебя есть еще какое-нибудь желание, которое мы можем исполнить? Я хочу помогать тебе с Долиным, но мы, наверное, должны вначале это закончить. Да, да. Мне телефон звонит. Наверное, мы не должны отвлекаться. А вдруг что-то важное, а? Самое важное – это то, где ты сейчас находишься. Ну, впрочем, ты прав. Что-то мы заигрались. Может, лучше чаю? Чаю. Чаю? Слушай, я глупее себя не чувствовал никогда вообще. Ну, прости, что я на тебя накинулась. Ну, конечно, я хотела быть другой. Но я понимаю, что я не роковая. Ну, какая я роковая? Простая девушка средних лет. Ладно, все мы хотим казаться лучше, чем мы есть. Я, мягко говоря, тоже не принц. Ой, господи, я решила переспать с человеком, которого я не люблю. Ну, дура, ну, конечно, дура. Ай, Ксюш, ладно, это ты меня прости. На самом деле, я всю дорогу думал о другой женщине. Серьезно? Ух ты! Я по уши влюблен в твою подругу Аллу. Алку? Так ты ее принц на белом коне. Не знаю, как подъехать. Я знаю. Хочешь, помогу? Но я ведь знаю, что она любит. А самое главное, чего она не любит. Так. Записываю. Ну, я пошел. Да, и все равно это был самый лучший день. Спасибо тебе. Спокойной ночи. Ай, господи. Галочка, друг мой, Дима мне все рассказал. Я очень тронута тем, что вы решили подсунуть мне волшебника, предварительно оторвав его от Аллочки. Хвалю за креатив. Мы с тобой потом поговорим. Пока. Милый мой Пашка. Милый мой Пашка. Пашка, привет. Паш, у меня есть список желаний. Все то, о чем я мечтала всю жизнь, но боялась сделать. И вот я это написала на бумаге и стала все выполнять. И мои подруги были очень рады за меня, потому что они подумали, что я начинаю новую, хорошую жизнь. Но они не знали о том, что все это нужно мне сделать не для новой жизни, а потому, что мне нужно спокойно уехать в Монголию. Все рано или поздно уезжают в Монголию. Вот и я. Купила билет. Паш, в этом списке есть и ты. Но я должна тебе сказать, что мы не увидимся с тобой больше. Ну, не потому, что ты плохой или я плохая, а просто потому, что мне пришло время уезжать. А тебе в Монголию еще рано. Ты останешься здесь. Будешь расти, учиться, будешь жить.
прости, что не нашла в себе храбрости сказать тебе об этом раньше. Я тебя люблю. Ты мой хороший. Но не ищи меня, потому что сейчас я уже очень, очень далеко. Прости меня, но вспоминай иногда. Вроде все. Целую. Пока. Аллочка. Аллочка, что я не знаю. Я не знаю, как это получилось. Аллочка, я не знаю, честное слово, не знаю, как это произошло. Тихо, тихо, спокойно. Что Аллочка, случилось? Что? Аллочка, клянусь, это первый раз в жизни. Я снимки перепутала. Спокойно. Какие снимки? Ну, понимаете, у них фамилия одинаковая Кузнецова и имя одинаковое Ксения. Так. Ну, вот я... Знаешь, и что? МРТ делали они в раз, обе в один день. Ну, вот, понимаешь? Так, а теперь спокойно. Расскажите по порядку, что случилось? Я перепутала снимки твоей подруги и одной старушки. Но подруга твоя абсолютно здоровая, никаких аневризмов. Еще 100 лет будет жить. Я тебе честное слово говорю. Умереть не встать. Обедать. Все ребята уже в столовой. Мне не хочется что-то. Ну, не придумывай. Иди, а то опоздаешь. Я потом пойду. Ждешь кого-то? Да никого я не жду, просто сижу. Паш, когда Ксения придет, я тебя обязательно позову, хорошо? Ну? А хочешь, я ей позвоню? Я уже 100 раз звонил. Она трубку не берет. Она больше не придет, да. Паш, ты что? Ну ты что, малыш? Ну, а вдруг на работе что-то срочное? Пойдем, пойдем. Может, у нее телефон сломался? У нее вообще-то часто что-нибудь ломается. Вот недавно каблук, но я его уже почти починил. Но телефон я не знаю как. Ну, конечно, конечно, все что угодно может случиться. Но когда она появится, мы ее обязательно спросим. Хорошо? Пойдем. Пойдем, только малыш. Главное, чтобы она про меня не забыла. Ну что ты? Нет, конечно.
Подумайте о себе. Вы счастливы? А ведь это главное. Можете ли вы сделать счастливым того, кто рядом, если сами несчастны? И прежде чем пытаться кого-то осчастливить, определитесь, нужно ли ему это и справитесь ли вы. Не слишком ли много вы на себя берете? Займитесь прежде всего собой, своей жизнью. Будьте разумным эгоистом. Чужие проблемы – это просто вирусы, которые вы сами на себя цепляете. Вы же не заражаетесь специально гриппом или ветрянкой. Да! Нет, еще жива и сегодня помирать не собираюсь. Наоборот, получаю от жизни удовольствие. Пытаюсь быть разумным эгоистом. Ну, вот и хорошо. Слушай, Ксюша, у меня есть для тебя одна потрясающая новость. Ты готова? Только сядь, пожалуйста. Ты сидишь? Ты готова? Это поразительно! Это невероятно! 10 лет жили с бомбой в голове, и вдруг такое чудо в 70 лет! Посмотрите, это Кузнецова, который снимки перепутали. Ксюшечка, я тебе же перезвоню. Так, что случилось? Она же 10 лет к нам, как на работу ходила, пока ей диагноз не отменили. Так, а что с ней сейчас? На поправку пошла. Видите, вдвое уменьшилась. Подождите, это точно ее томограмма? Точно. Теперь точно. Видите, до и после. Разве такое может быть потрясающе? Во-первых, наверное, все-таки мы первоначальным диагнозом чуть-чуть ошиблись. А во-вторых, я не знаю, сила духа, что ли? Просто чудо какое-то. Она же другим человеком стала. Слушайте, а может быть, ей не надо говорить ничего, а? Пусть так и думает, что она здорова. А как ваша-то Кузнецова? Знаешь, что все в порядке? Да, все хорошо, спасибо. Ну как можно было такое перепутать, а? Можно? Да, сейчас, секундочку. Ну, собственно, я уже все. Все. А я с отчетом о проделанной работе. Ну что ж, очень хорошо. А какие у нас результаты? Результаты? Ну, в общем, есть чем похвастаться. Так. Ксюха, ой, ну надо же, такая счастливая. Прям другим человеком стала. Так, а что еще было? А вот еще не было. Извини. Что, проблемы какие-то, да? Да, не нашел у себя кнопочки включить-выключить. Да и она вроде бы тоже. Людям для этого нужны чувства. Ой, ну какие мы нежные, а. Но в любом случае я за Ксюху очень рада. Я ее, конечно, раньше не знал, но у меня, знаешь, такое чувство, что она как-то меняется прямо на глазах. Ну, теперь, я так понимаю, у нее все в порядке. Ну, оказывается, что да. Но только я думаю, что ей пока не нужно ничего говорить. Ну, а то он опять вернется к своему занудству. А? Ну, не знаю, это прямо какая-то шокотерапия. Ну, так и правильно. Шоковая терапия ей на пользу. Пусть она еще поумирает пару недель. Может, и сама не захочет в прошлой жизни возвращаться. Ну, только главное, чтобы глупости каких-нибудь не наделала. Ну, а что по этому поводу говорит этот ваш психолог? Психолог пока еще вообще не в курсе. И не надо ей знать. Она опять начнет развивать какие-нибудь теории на этот счет и только все испортит. У нее это очень хорошо получается. Договорились. Пускай это будет нашим общим маленьким секретом. Да, алло, Ксюша, да, я уже почти освободилась, да. Аллочка, ну почему ты мне перезваниваешь? Я тебя уже полчаса жду. Ой, подожди, пожалуйста. Слушай, там, по-моему, Вадим пришел за вещами. Теперь твоя очередь ждать. Я тебе попозже перезвоню. Боже мой! Что это такое? Бабочки. О, Господи! Боже мой! Смотри. Да? Смотри, какие красивые. Потрясающе. Они здесь, чтобы напомнить нам, как жизнь коротка, но прекрасна, Ксюша. Правда красивые? А? Как ты? Да, они действительно так мало живут. Это не важно, Ксюша. Не важно. Мы говорим всякие глупости, накручиваем себя. Зачем? Тебе легко философствовать, это же не ты, Скор. А я не могу забыть об этом, я не могу договориться со своей головой, если бы я просто не знала. Ксюша, я не знал, когда уходил. Да знал ты все, я тебе говорил много раз, ты просто меня не слушаешь никак. Ну, мы же все люди совершаем ошибки. Ну, прости меня, зачем сейчас тратить время на пустые обиды? Ведь есть шанс все поправить, правда? Я же люблю тебя. Хочу быть с тобой. Серьезно?
Конечно. Ты уверен? Хочешь наказать меня? Почему наказать? Ну, что ты начинаешь? Ну, прошу тебя. Ты не веришь мне? Ну, перестань уже. Нет, ты не веришь. Я тебе вообще не об этом говорю. Ты мне не веришь, да? Не веришь? Хорошо, я тебе сейчас докажу. Ну, не надо мне твои доказательства. Если ты меня не простишь, я сейчас прямо вниз головой с походу. Хватит, смотри! Перестань, не делай глупостей! Ты же хотела меня помочь? Давай, смотри теперь. Вадим, здесь и так все еле держится. Вот и хорошо. Быстрее, все кончится. Что закончится, идиот несчастный? Сейчас ты грохнешься и останешься инвалидом на всю жизнь. А я и так инвалид. Инвалид моральный. Уважаемый, слушайте, но это уже становится невозможным. От вас ни днем, ни ночью покоя. Слушай, дорогой, хочешь попрыгать? Купи абонемент в бассейн. Иди там прыгай с вышки, хорошо? А? Я говорю, иди домой. То падают, то прыгают. Дурдом какой-то. Блин, хорошо. Хорошо, прыгай. Ты меня знаешь. Я, если сказал, обязательно сделаю. Перестань, не валяй дурака, иди сюда, слезай. А зачем? Я ведь никому не нужен. Любимая женщина прогоняет, бизнес не идет. Зачем дальше жить? Хорошо, я тебя не прогоняю. Я тебя возвращаю, иди сюда. Вадим. Давай руку. Ну, пожалуйста. Ты мне веришь или нет? Да, я тебе верю, да. Иди сюда. Иди, аккуратней. Ну, Вадим, ну что ты делаешь? Видела? Чуть не грохнулся. Яишенки. Ну, давай, скажи, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Да ничего особенного. Если ты побудешь со мной до конца, я буду счастлива. А то, знаешь ли, иногда накатывают, когда я вспоминаю, что я одна, и становится страшно. Я побуду. Конечно, побуду. Ксюш, ну, так тоже нельзя. Сидеть, ждать, когда это случится. Надо что-то придумать. Что ты имеешь в виду? Ну... Надо пожить, понимаешь? Пожить весело, широко, на полную катушку. Теперь и ты со мной, я не знаю еще, чего желать. Нет, 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 нет. Надо, чтобы ты каждый день была счастлива. Я хочу, чтобы ты каждый день была счастлива, словно королева. Понимаешь? Ты этого достойна. Иногда такая злость берет, когда я думаю, почему же мне это все досталось? А потом думаю, ну а почему же кто-то другой должен быть на моем месте? Ну вот видишь, значит, мы... Полное право имеем. Есть, пить и веселиться. Вот ешь, вот пей. Нет. Надо, чтобы были лангусты, омары, икра, понимаешь? Да как-то тяжеловато на полный желудок помирать. Шутишь? Если бы у тебя был мужик побогаче, мы бы с тобой гульнули. Я когда там на балконе стоял, понял, мы скучно и серо жизнь прожили, понимаешь? Скучно. Красок не хватает. Красок. Да, краски. Как хорошо, что ты мне напомнил. Я хочу их нарисовать. Я подарю им новую жизнь, пока они живы. Вот что такое новая жизнь в искусстве. Я сейчас запечатлею их на холсте. Деньги. В деньги все упирается, Ксюша. В деньги. Может, кредит возьмем? А? Слышишь? Кредит в банке. Да, взять кредит и прогулять его. Ну да, это круто. Только кто же нам даст? Ну и потом кредит же отдавать надо. Как-то не хочется последние дни провести в тюрьме. Ну кто-нибудь да и даст. Ну то есть тебе-то, конечно, дадут, а мне нет. Алла, мне кажется, мы с вами еще не все обсудили. Дима, у меня очень много работы, и, по-моему, мы с вами уже обо всем поговорили. Как-то обо всем. Мы с вами поговорили о вашей подруге, а мне бы хотелось поговорить о нас с вами. Да? Да. А у нас с вами что-то случилось? Пока еще ничего, но мне бы хотелось пригласить вас на свидание. А, простите, а программа будет та же, что с моей подругой? Или, может быть, вы что-то новенькое придумаете? А, я придумаю. А, я поняла. Наверное, нашлась та самая кнопка. Нет, она, наверное, сама вдруг заработала. Знаете что, между прочим, с вашей подругой я встречался по вашей же просьбе. Я так понимаю, не без удовольствия. Ну так давайте встретимся с вами, и я сравню.
Так, Дима, пошутили и будет. Меня вот больные ждут. Кто следующий? Вы? Между прочим, я тоже вас жду. И вполне здоровый. Ксюш, я все узнал. Мне кредит не дадут. Я в долгах, как в шелках. А тебе дадут. У тебя все есть. Хорошая кредитная история, машина и квартира. В случае чего можно и не отдавать. В случае чего? В случае ее смерти. Но они же не знают. То есть мы просто обманем? Кого? Банкиров? С них не убудет. Ну, хочешь, я ограблю банк. Угу. Хочешь? Ну, серьезно. Я сделаю все, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Ну, хорошо, давай возьмем кредит на меня. Я даже завещаю тебе свою квартиру. Но у меня есть одно условие. Какое? Пашка. Я хочу, чтобы ему тоже кое-что осталось от меня. Пашка, это который из детдома? Ну, Вадя, конечно, из детдома. Какой еще? Я хочу, чтобы вы познакомились. Если он тебе понравится, чтобы ты установил его. Но если это невозможно, то чтобы ты хотя бы помогал ему в течение его жизни. Хорошо. Я все сделаю, как ты хочешь. Да? Конечно. Поехали в банк? Много есть людей, что, полюбив, мудрые дома себе возводят. Возле их благословенных нив дети резвые за стадом бродят. А другим жестокая любовь, горькие ответы и вопросы. С желчью смешана бурлит их кровь, слух их жалят злобным звоном осы. Молодец. Следующий, пожалуйста. А иные... любят, как поют, и дивно торжествуют, сказочно и скрываются приют. А иные любят, как танцуют. Молодец. Молодец, парень. Не сдавайся. Страстные, очи жгучие и прекрасные. Что я говорил? Запросто дали тебе кредит. Да мне они, в общем-то, и не нужны. Пусть у тебя будут. Меня? Как скажешь. Только ты должен выполнить мою последнюю просьбу. Ты должен познакомиться с Пашкой и участвовать в его судьбе. Я помню. Я все помню. Да, еще вот что, Вадим. Вот. Здесь флешка. На ней мое прощальное письмо. Только прошу тебя, отдай ее уже потом, когда меня не станет. Хорошо. Хорошо. Слушай, давай я прямо сейчас пойду и куплю ему какой-нибудь крутой подарок. А? Да. Денег-то полно? Вадим! О,
Ты даже не знал, что он любит. Ксюша, мы же мужчины. Сами разберемся. Далочка! Алло, Ксюшка, привет. Слушай, у меня сегодня такой тяжелый день был. Да нет, не больные. А один, если можно так сказать, который почему-то без всяких оснований мнит себя здоровым. Слушай, давай по магазинам прошвырнемся, а? А ты где сейчас? Ну, так я заеду. Давай, да, и Галке сейчас позвоню. Ну, пока. Привет! А вот и я! Если ты из-за роста не хочешь со мной встречаться, то теперь это не проблема. Проблема не в росте. А в чем? А в том, что ты просто шут гороховый. Я не шут, извините, я клоун, я закончил цирковое училище. Тем более. И после этого ты хочешь, чтобы я всерьез к тебе относилась? Ну, хотелось бы. Так, все, отойди. А то вместо ходули у тебя будут костыли. Я тебе еще докажу, что я могу быть серьезным. Очень серьезным. Так, девочки, я в примерочную. Приходите меня заценить. Слушай, ну судя по тому, сколько ты взяла, мы еще сейчас покушать успеем сходить. Какое царское! Знаешь что, мне кажется, слишком открыто. Ну и что? А что, в гроб только строго кладут? Я всегда думала, что дресс-код только для гостей. Слушай, ты что, дурочка, что ли? Ты что вообще говоришь? Что, пошутить нельзя? Нет, ну пошутить можно, конечно же, но я не это совсем имела в виду. Я хотела сказать, что не для тебя, ну не твой фасон. Думаешь? Ну да, но мне вот туда не шло, а тебе? А знаешь, мне это платье нравится, а на остальное наплевать. Разве не так ты в своих тренингах учишь? Знаешь что, Ксюша, я давно тебе хотела сказать, что вот этот твой эгоизм, это, между прочим, результат изначальной нехватки любви к себе. Дура. Слушай, а куда Ксюшка так быстро убежала? Не знаю, обиделась, что я ей платье забраковала. Слушай, надо подумать, я выбрала себе такое, да куда на нем ходить собралась? Ой, не знаю, мне почти все подошло. Все-таки шопинг – это лучший антидепрессант. Я, конечно, понимаю, в каком она состоянии находится, но от этой агрессии можно уже и устать. Общаться с ней становится все труднее и труднее. Как же мне это надоело уже! Что, и на тебя мужики начали бросаться? Угу. Только, кажется, сейчас начну бросаться я. Ты что, думаешь, я тебя не узнала? Угу. Сейчас. Щеки, я просто хотел познакомиться. В чем проблема-то, а? Как мне надоел уже этот маскарад. Какой маскарад? Какой? Вот этот! Че хулиганить-то, а? Извините, пожалуйста. Извините, я обозналась. Извините, пожалуйста. Пошли. И что это такое было? Слушай, я была уверена, что это Дима. Он весь день меня сегодня преследовал и свидания добивался. Так это же здорово, что в этом плохого? Мужчина добивается женщины, все нормально. Да ведет он себя как ненормальный. Клоун. И место ему в цирке. Зато весело. Зачем тебе такой зануда, как наша Ксюша? Ну, ты уже крайность берешь. Ну, это тоже не вариант. Поиграется и пропадет. А ты хотела, чтобы сразу же и на всю жизнь, да? Так у тебя уже был один такой. Здесь ты хотя бы никаких иллюзий уже не строишь. Так что расслабься и получай удовольствие. Я не умею я так. У меня сразу решение, проблемы, переживания. А вот почему ты сразу же рассчитываешь на то, что ничего не получится? У тебя либо просто амбиции завышенные, принц, тебе подавай, либо мужики тебе вообще не нужны. Пойми, идеальных не существует. Хочешь нормального мужика? Слепи его сама. Ну, знаешь, не из каждого можно слепить. Вот Ксюшкин Вадик, вот прилепился к ней и паразитирует. Да пойми, все от женщины зависит. Как она захочет, так и воспитает. Из любого воробья можно орла воспитать. А Вадику просто не повезло с дрессировщицей. Ксюша все-таки курица. И орел птиц на ее полет. Добрый день, Ксения Владимировна. Рад вас видеть. Добрый день. Я решила отметить свой юбилей в вашем ресторане. Прекрасно. Мне ваша Нина сказала, что тут лучше, чем где бы то ни было. Ну, Нина у нас всегда говорит правду, правду и только правду. Вы знаете, у меня такое ощущение, что, по-моему, правда ей уже по ночам снится. Вы знаете, я все откладывала на похороны, так что деньги у меня есть, вы не волнуйтесь. Ну, о похоронах, я думаю, думать пока рановато, а вот юбилей – это в самый раз. Да, да. Единственное, что мне от вас нужно, чтобы вы определились с количеством гостей и меню. Все. Ну, я еще не решила, сколько человек будет, а меню мне ваше очень понравилось. Я уже 100 лет такого не пробовала. Благодарю вас еще раз. Ну, я так понимаю, вам исполняется лет, ну, между нами, 40-45, не больше. Я предлагаю вам шикарный подарок от нашего заведения.
торт. Праздничный, красивый торт. Ягодками украсил. Вы знаете, обычно ведь женщины не раскрывают свой возраст. Понимаю. Ну, так и быть. Просто торт с ягодами я от вас приму. Спасибо. Люблю сладенькое. Не обращайте внимания, молодой человек перебрал. Ну, бывает. Как вы относитесь к шампанскому? Любите? О, да! Будьте добры, даме бокал самого лучшего шампанского. О, великолепно! Прошу вас. Что происходит? У вас тут какой-то шалман, а не ресторан. Что случилось? Случилось! Человек пришел с деньгами. Надо вывернуться, она мне сует. Ну, это меню, правильно, сует. Что случилось, Катюша? Вахтанг Георгиевич, понимаете, мужчина заказал у нас бутылку самого дорогого коньяка. Угу. И я предложила ему закусить. Тоже верно. Чтобы его не развезло окончательно. Угу. А он вот. Ну, я думаю, мы уладим это легкое недоразумение. Хотите мясо? У нас есть прекрасный выбор мяса. Свинина, телятина, баранина. У меня столько денег, я могу всю вашу кухню съесть. Всю! Ну, не надо есть нашу кухню. Вахтанг Георгиевич, ну что же это такое? Посуды совсем после пожара не осталось. Чего, Катюш, не переживай. Посуда, она ведь на счастье бьется, верно? На счастье. Ты иди, иди, я все уложу. Иди. Уважаемый. Вадим. Вадим. Валентинович. Валентинович, я вижу, у вас очень много денег. И вы, наверное, не знаете, как их вам потратить. Но я вам могу в этом помочь. Давайте мы с вами пройдем в VIP-зал. Для VIP-клиентов я вас лично обслужу. Прошу. Вот так, да. Катюшка. Вот так, да. Левее. Вот так, да. Проходите. Да. Смели, вот сюда, проходите. Я не понял. Это что? Это для VIP-клиентов. Слышишь, ты... Если я тебе не нравлюсь или мое заведение, сделай так, чтобы я тебя в жизни больше никогда не видел. Понял? Это что за дела? Прямо и направо. Идиот. Да какие дела? Никакие дела. Какие-то бандюки наехали. Нет, все в порядке. При мне деньги. Ксюша дома, я один. Сейчас к тебе приеду. Хорошие. Ну, не засыпайте. Ну, пожалуйста. Ну, живите еще. Меня совершенно не интересует. Я не хочу, чтобы компьютеры были доставлены в срок, как мы это обговорили. Более того, вам нужно закрепить какого-то специалиста, который бы их подключил, а потом уже в дальнейшем контролировал. Да что расходы? Расходы я беру на себя. Всего доброго. Эй, прелесть, ты откуда? Ой, здрасте. Добрый день. Это ваша прелесть? Да. Я почему-то так и подумал. Две сидела у меня на машине, одна улетела, вторая вот. Надеюсь, она не пострадала, ваша машина? А машина? Да нет, я бы сказал, наоборот, преобразилась. Вы позволите, я... Спасибо. Вы еще и ангелов ощипываете? Да, помаленьку.
Проблема в том, что сейчас никто не хочет быть ангелом. Очень красиво. Ваше творчество? Надеюсь, эта сфера моей деятельности не принесет вам никаких неприятностей. Надеюсь, что нет, но от вас можно ожидать чего угодно. Извините. Да, конечно. Алло? Да, это я. Кто? Из полиции? Павлика? Да, знаю. А что он? Куда? Я приеду. А куда? Ага. Хорошо, спасибо. Извините, мне нужно срочно уехать. Да, конечно. Ну, может быть, вам помочь чем-нибудь или... Лучше не надо. Паш, ну а зачем ты убежал-то? Тебя так долго не было, и я решил попросить полицию, чтобы тебя поискали. Прости меня, пожалуйста, я не могла прийти раньше. Но ты не должен больше убегать. Потому что с тобой что-то случилось, и тебя нужно спасать. Ты мой хороший. Нет, со мной все в порядке. А вот с тобой могло случиться все, что угодно. Зато я тебя нашел. Паш, ты молодец. Но прошу тебя, пообещай мне, что ты не будешь больше бегать по улицам города меня искать. Хорошо. А если со мной что-нибудь случится, то к тебе придет один мой очень хороший друг. Его зовут Вадим. Вы сегодня вечером с ним познакомитесь. Хорошо. Только вот зачем? Я хочу, чтобы вы подружились. Хорошо. Спасибо. Ну, я, в общем, запомню. Мужчинам нравятся женщины, рядом с которыми они будут чувствовать себя интересными, ну и, соответственно, нравятся самим себе. Таким образом, они смогут полюбить любую ту, которая будет их слушать. Вот знаете что, профессор Галочка? У меня только один вопрос. Я, по-моему, ни разу у вас не просила психологические консультации, ведь так? Но почему-то вы постоянно мне читаете свои лекции. Ну, потому что ты моя подруга, а у тебя явно проблемы. И вот это вот, между прочим, твоя агрессия, это все от неуверенности в себе. Да лучше быть неуверенной в себе, чем в себе, но не в себе. Ладно, давай просить счеты по домам. Да. Пора уже. Вот, пожалуйста, проходите. Мы готовим номер. Паша в нем участвует. 5, 6, 7, 8. 4, улыбаемся, улыбаемся. 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Спасибо. Два шага назад. Ребятки, Паша, вставай в центр. Пятая позиция, улыбайся, подбородочек приподними. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. 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 Стоп. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Молодец. Ой, Вадим, подарок. Римма Николаевна, Вадим же приготовил какой-то подарок для Павлика. Я думаю, сейчас самое время отдать. Вадим? Что? Не успел. Я же не мог, что попало купить. Пашка, молодец! Как ты здорово танцуешь! Римма Николаевна, там спонсоры и компьютеры привезли. Уже? Очень хорошо. Пойдемте посмотрим. Какой у вас праздник прям сегодня, да? Да, сегодня праздник. Подожди, подожди, подожди. Ребят, ставьте сюда, чтобы ничего не разбить. Не-не-не-не, малыши, малыши, так, послушали меня, все послушали меня. Мы сейчас все подключим. Тогда поможете. Все, все, идите играйте. Ксюша, я, наверное, пойду. Я пойду поищу подарок мальчику, а завтра мы на пикник, как и обещал. Римма Николаевна. Вы посмотрите, какая красота. Как ребятишки наши довольны. А это наш спонсор, Вахтанг Георгиевич. Вы знаете, поразительно, стоит только ему намекнуть, он тут же все делает. Что бы мы без него делали, просто не знаю. Ладно, я побегу готовить компьютерный класс. Вот, обещали сегодня подключить все. Здравствуйте, Вахтанг Георгиевич. Здравствуйте, здравствуйте. Благодарю вас, вы наш благодетель. Что бы мы без вас делали, я просто не представляю. Все хорошо. Огромное спасибо, огромное. Да, не ожидала от вас такого. Получается, я вас совсем не знаю. Это у меня такое ощущение, что я знаю о вас практически все. Да, а это нечестно. Дядя Ваха, а на моем компьютере есть игры? Есть, дядя Паша, есть. Круто! Ну, только какой вам дядя? Ну, действительно, согласен. Смотри, туда закачали общеобразовательные,
Гонки, конечно, закачали. Но только стрелялки я все убрал, это я не люблю. Ну, тогда я сбежал очередь занимать. Пока, Ксения. До свидания. Дядя Паша. Давай, дядя Паша, беги. Так вот, это нечестно. Когда вы про меня все знаете, а я про вас ничего. Ну хорошо, что бы вы хотели обо мне знать? Не знаю. Начнем с того, что все считают вас бандитом. Нет, я занимаюсь немножечко другой профессией. Ресторацией. Хм. Ну, слава богу. А то ж, ну придумали черти чего, что вы в тюрьме сидели. Ну, в тюрьме я действительно сидел. Начинается. А за что? За убийство. Теперь, когда я просыпаюсь, каждый раз думаю, что это мое последнее утро. Да перестань, что ты такое говоришь? Потом успокаиваюсь и думаю, ну ничего страшного. Вот вы будете здесь с Пашкой сидеть, а я буду на вас любоваться. Сверху. Так и будет. Понравился тебе Пашка? Очень. Вы подружитесь, я чувствую. Обязательно. И с пикником ты хорошо придумал. Я схожу за продуктами, и на обратном пути мы его заберем. Он будет просто счастлив. Так, все. Пока. Мне пора. Дашь телефончик? Угу. Алло? Вы это Ксюшина? Нет, я помню, только я там больше не работаю. А, постойте, где вы? В Индии? Я же вас вроде в Шанхае послала. Москва, провинция Кирова. Да, вы очень постаралась. А бенгальские тигры? Ну, давайте, я могу посмотреть, опасно это или нет. Такие были проспекты удобные. Там информация была исчерпывающая. Вы кто? Вы зачем трогаете мои картины? Я сейчас позову соседей. Я от Вахтанга Георгиевича. Он что, вас не предупреждал? Нет. А я не связываюсь с криминалом. Зачем вы меня тащите в вашу банду? Какой криминал? Какая банда? У нас вполне легальный бизнес. Зачем я нужна вашему Вахе? Я стрелять не умею, и грабить тоже. И ценностей у меня никаких нету. Я здесь из-за картин. Да. Это самое ценное, что у меня есть. Хотите их забрать? Девушка, по-моему, мы не понимаем друг друга. Ваха – это мой друг. Я Владимир. Я галерист. Вот моя визитка. Вы владелец. Зачем же я вам нужна? Это мои картины. У меня ни Рембрандта, ни Пикассо нет. Так я как-то и не рассчитывал. Мне ваши работы очень нравятся. Мне нужны ваши картины. Я хочу устроить выставку. Какую выставку? Персональную. Ну, для начала небольшую. Ваха меня попросил посмотреть ваши работы и отобрать лучшие. Не надо? Нет, я имею в виду выбрать для выставки. А, давайте. Это все? Нет. Если клиент заинтересуется, то будем продавать. Ну, вначале подпишем договор. Это можно выставить все? Конечно. Лично мне, эти работы понравились. Перспективу я вижу. Но мне кажется, это как-то мало. Есть еще? А у меня больше нету из этого периода. Ну, хорошо тогда. Я не спешу. За 2-3 месяца напишите что-нибудь еще? Нет. У меня нет так много времени нету. Вдохновение умерло. Это творческий кризис. А, что-то я не в себе. Чаю, кофе. Пойдемте. Ну что, меню-то обсудили? Да, все обговорили. И закуску, и горячее, и напитки. Все заказала. Сама-то будешь? Ну, хоть рюмочку-то пропустить. Не знаю. Я ж почитаю, что на работе. Добрый день. Привет, Ксюша. Мы юбилей обсуждаем. Будем в ресторане праздновать? Приходи. Кавалера своего возьми. Хорошо. А, кстати, кавалера. Мне целый день сегодня не перезванивает. Едем, не едем. Mm.
Надо в детдом тащиться. Зачем я это придумал? Ой, ну ладно, ладно, потерпи. Зато потом и деньги, и квартиры твои. Беги, все будет хорошо. Этого мальчишке еще надо покупать подарок. Не ворчи и делай свое дело. Иначе ничего не добьешься. Все закончится, сможешь расслабиться. Устал ждать. Я бегаю вокруг нее. Ксюша, Ксюша, она как будто помирать не собирается. Странная такая. Да, и дожить спокойно свои последние дни. В общем-то, это твой долг. Так что сделай доброе дело и получи себе плюс в карму. Ладно, иду. Да. Ксюш, в общем, не забудь, приходи, будет весело. Хорошо, я постараюсь, спасибо. Ксюша, садись, пожалуйста, у меня к тебе дело есть. Я? Да-да-да-да. А я? А какое? А я не могу. Почему ты не можешь? Я... У меня с продукты, я домой иду. Ну ничего, я тебе по-быстрому туда-назад отвезу, а продукты вот, бабина поставлю, да? Ага. О, все, спасибо. Не волнуйся, все будет в сохранности. Конечно. Поезжай, поезжай, милая. А что случилось? Ну, и долго объясняю, помощь мне твоя нужна. Бабнин, молодец. А, ой, я продукты тогда вечер... Или у меня там ключ под... Ага. А съешьте их. Вот ведь джигит. Похитил женщину среди бела дня. Как романтично. Угу. Мне, мы же ничего плохого не делаем, правильно? Если я вдруг тебя чем-то обижу или напрягаю, там, я исчезну из твоей жизни, клянусь, ты меня больше никогда конечно, не увидишь. Конечно, утопишь меня, закопаешь, вот я и не увижу тебя. Опять не угадала. Помоги мне лучше. Держи. Спасибо. Пойдем? Да. Осторожно. Алло? Здравствуйте. Нет, я вас по голосу уже узнаю. Вы туристы Ксюшины? Что-нибудь опять случилось? Ну, как тебе? А, здесь невероятно. Очень красиво. Да. Я здесь вырос. Мне мой друг галерист сказал, что у тебя вдохновение исчезло, да? Посиди, посмотри. Воздухом свежим подыши, в конце концов. Подумай. Может быть, и поможет. Вдохновение вернется. Даже не знаю. Я Пашке обещала. Пикник. Разве что очень ненадолго. Правда, Вадим все равно не перезванивает. Пашке? Ну, че ж ты сразу не сказала? Мы его могли с собой взять. Да. Очень жалко. Ладно, сегодня без Пашки. Давай вот здесь. Алло? Да, это опять вы. А это, как ни странно, опять я. Что у вас еще? Ну, школу боевых искусств я бы без специальной подготовки не советовала. Нет, в джунгли без специального сопровождения нельзя. При встрече со стадом диких слонов лекции о боевых искусствах вам вряд ли помогут. Да, вот храм Кришны – это смело можно. Всегда пожалуйста. До свидания. Ну что ж такое? Я не могу больше с ними разговаривать. С твоего позволения, можно я? Это не игра. Алло. А ее больше нет. Как? Вот так? Совсем нет. Кто говорит? Врач говорит. Всего доброго. Где у тебя здесь звук отключается? Так, да? Потом, ладно. Давай. За твой талант. Красиво. Ты меня насильно сюда привез, но я прям чувствую, что мне это нужно было.
То есть я прощен? Ну и, честно говоря, у меня были свои корыстные цели. Я всегда мечтал найти хорошего художника, чтобы написать это место. Как-то... легче? Да. Сидишь здесь, и все остальные переживания кажутся какой-то ерундой. И даже смерть кажется не страшной. Почему? Потому что станешь частью всего этого. Ну, это я понял. Я не понял, почему ты говоришь о смерти. А, ну, потому что, ну, как бы тебе сказать, у меня обширные аневризмы в головном мозгу, еще сосуды плохие. В общем, я скоро умру. Что, прости? Я даже почти смирилась. В последнее время волновалась только из-за Пашки, но мне сказали, что о нем позаботятся. Так что теперь я совсем спокойна. Подожди, а почему ты мне сразу обо всем об этом не рассказала? Ну, возможно, потому что ты не спрашивал. А может быть, обстановка не располагала. Так, давай-ка собирайся, поехали. Вставай, вставай, поехали. Алло, Галочка, слушай-ка, я только что звонил Ксюше, да, трубку взял какой-то врач, ну и сказал, что Ксюша, ну, в общем, умерла, не знаю, ничего не знаю, нигде, никогда, не знаю, я в детдоме, да, сейчас попытаюсь быстро смотаться, да, а нет, нет, не получится, сейчас перезвоню, через 5 минут. А где Ксения? Ксения, сейчас тебе все объясню. У тебя все нормально здесь? Ну да, где Ксения? Ксения, она... ну, в общем, ты парень взрослый, все должен понимать, да? Что? В общем, она тебе передала. Тут флешка, вставишь ее в компьютер. Умеешь? Да. Вставишь компьютер, посмотришь, там тебе все объяснят. Там какая-то игра, да? Игра? Ну, не совсем, но в некотором смысле. Ну, как в игре. Был человек, вот она, и нет никого. Давай, все, беги. Беги, беги, беги. Беги! Галочка! Ну все, я все отдал. Я свободен. Окончательно. Да, можно встретиться. Ну, у Ксюши? То есть, теперь у меня?
Нет, ну хорошо. Допустим, по поводу диагноза я понял. Я другого не могу понять. Почему ты это не перепроверила? Почему ты не обратилась за помощью к специалистам? Почему ты в больницу тогда не легла, в конце концов? Какой смысл? Почему я должна не доверять врачам? Ай. Это так все ясно. Честно говоря, не хочется провести последние дни в больнице. Мне здесь так хорошо. Ксюша, послушай. Не то, что люди. Техника и то ошибается. Понимаешь? Значит так, сейчас поедем к моему другу, он лучший специалист в этой области. Вот все проверит, а потом будем думать, как решать эту проблему. Тогда мне нужно... А ты мне взял телефон. А я тебе его и не отдам. Не отдам, не смотри на меня так, чтобы никто не звонил, не отвлекал и не мешал. Все. Вот сделаем дело, потом верну. Все, все, спокойно, едем. Жутковато даже, как в гробу. Хотя мне, может, полезны такие тренировки? Ну, успеете еще натренироваться. В сканере, значит, вам страшно, а умирать не страшно. Даже не знаю, почему. Мне, может, несколько дней осталось жить, а я не чувствую себя ни больной, ни умирающей. Ну и правильно, так и надо. Пойдемте в кабинет. Присаживайтесь. Ну что? Сканирование не выявило никаких патологий. С вами все в порядке. Видимо, в прошлый раз произошла какая-то ошибка. Я не умру? Ну, в конце концов, мы все когда-нибудь умрем. Но я надеюсь, что с вами это произойдет еще очень и очень не скоро. Ой. Ой, сердце очень колотится. Поздравляю вас! Ваха еще никогда не ошибался. Профессиональное, так сказать, чутье. Ну что вы, откуда у бандита профессиональное чутье? А вы не знаете, где он? Очень хотел узнать результаты вашего обследования, но, к сожалению, уехал. Такое-то неотложное дело. Зря нам ты не веришь. Обещала я тебе казенный дом неприятности. Получи. Да будет каркать бабня. Разберемся. Взяли, что он бандит. Ваха гениальный врач, талантливейший хирург. И, кстати, прекрасный диагноз. Таких, как он, единицы. Какими судьбами, ребята? Мы звездочку-то пришли обмывать. Да ты что? Ты теперь мое? Да. Молодец, брат, так держать. Здорово, мужики, здорово.
Ребят, если бы не Ваха, не было бы у меня ни звездочки, ни звездного неба. Да ладно, перестань. Ваха, хирург от Бога. Мужики, все сейчас сделаем по высшему разряду. Кино, вино, домино, шашлыки. Садитесь, проходите за этот стол. Что такое, Настя? Это к вам подошли. Пожарный инспектор. Ага. Все облизал, все попробовал. Аппетит, как у бульдога. Я понял, спасибо. Ну, здравия желаю, товарищ майор. Старший инспектор Огнев. Угу. Я по жалобе от гражданина Галкина, Вадима Петровича. А, Вадим Петрович, понятно. Мы можем где-нибудь спокойно поговорить? Конечно. Что говорить, дорогой? Да сядем, звездочку обманем, товарищи. Что ж ты на самом деле? Какие проверки? Слушай, друг, Паха хороший человек, он ничего не нарушал. Так, стоп. Жалоба есть жалоба. Надо разобраться. Все нормально, ребят. Коль, проходите, садитесь, все хорошо. Сейчас я присоединюсь. Проходите. Прошу, товарищ майор. Проходи, проходи. Что случилось? Майор, ты чего? Не знаю. Что-то в спину вступило. Так, ну-ка давай ко мне. Вот так, пошли, не спеши. Он не занимается медициной. Он ресторатор. Несколько лет назад у него на столе погиб пациент. Другие врачи не брались за этот случай. Случай действительно был тяжелый. Шанс на спасение был всего лишь 1%. Потом родственники его засудили. Причинение смерти по неосторожности. Но ведь это же был единственный шанс. Ну, жизнь вообще несправедливая штука. Хотя, если перемотать все назад, Ваха поступил бы... Да точно так же бы он поступил. В этом весь Ваха. Сейчас вот купил ресторан. Делает вид, что счастлив. А куда он поехал, вы говорите? В ресторан. Погнали. Скорость сбавь. Я тебя все равно обгоню. Попробуй. Мальчики, хватит играть. Компьютеры для работы и учебы. Да мы только на минуточку, а так мы тест по математике делаем. Ребят, а вы еще долго? Мне очень нужно кое-что посмотреть. Других посмотришь. Другие домашние задания делают по математике и по-русскому. Пашка, иди отсюда, не мешай, а. Пожалуйста. Уйди. Мы не толкайся. Пожалуйста. Пустите, она не ваша компе! Паша! Прекрати, компьютеры общие, займи очередь и жди. И вообще скоро тихий час. Иди, придешь после. Вот, распаренный лопух на поясницу. Так точно. Спасибо. Да не за что. Я, знаете, народную медицину больше уважаю. Ну, лопух лопухом, а диагностику позвоночника в хорошем медицинском центре нужно сделать. И без массажа, категорически. Конечно, доктор. А вот скажите, если еще вот здесь побаливает, после еды? После еды? Поджелудочное УЗИ надо делать. Это я как доктор говорю. А вот как человек, который работает в общепите, могу сказать лишь одно. Товарищ майор, жрать надо меньше. Ну, грешен, грешен. Люблю я это дело. Да кто не любит-то? А теперь давайте вернемся к нашим баранам. Я еще в аху. Что у вас случилось? Ничего хорошего. Соня говорит, что прольется кровь. Перед нами стоит наш товарищ. Простой мент. Кто бы мог подумать, что он способен совершать подвиги. Не так давно он поймал особо опасного жулика. За что и был поощрен присвоением неочередного специального звания. Ну, за меня любимого. Геб-геб. Ура! 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 Всем стоять! А то прольется чья-то кровь. Освободите Ваху. Ваху? Ваху у себя в кабинете? Мы его не похищали. Его пожарные похитили. Да-да, наливай. Выключатель на кухне. Поменяйте. Ну, а больше нарушений я по жалобе не нашел. Это что за придурок этот, Галкин? Да я сам не понимаю. Всем сидеть!
А то прольется чья-то кровь. Спокойно, спокойно. Это мой пистолет, он не настоящий. Это не настоящее оружие. Отпусти, пожалуйста. Но я очень рад, что ты прибежала меня спасать. Спасибо тебе огромное. Не за что, как оказывается. Боевая девушка. Не то слово. Ну, я пойду, пожалуй. Да, конечно. Спасибо, доктор. Да не за что. Ну, а вы тут разбирайтесь. Да, вы поправляетесь. Ты чего людей пугаешь? Зачем ты меня обманывал? Выходит, что ты не убийца, у тебя нет проблем, тебя не надо было спасать. А как я буду возвращаться? Как в глаза буду смотреть этим людям? Я буду выглядеть перед ним полной дурой. А вы прям молодец. Вот бегаете, как девчонка. Бегать-то я бегаю. А вот как мои повторные анализы? Ну, налицо явное улучшение. Ваши аневризмы, они значительно уменьшились. Как это уменьшились? Вы говорили, что они совсем прошли. Слушайте, давайте пройдем ко мне в кабинет и там спокойно поговорим. Нет, уж будьте любезны, я пока дойду до вашего кабинета, я совсем разволнуюсь. Ну, не волнуйтесь, пожалуйста, вы должны нас простить, но первый снимок, он был ошибочный. И все-таки аневризмы у вас есть. Ну, и заметьте, пока вы считали, что они отсутствуют, ваше состояние и правда вон как улучшилось. Нет, нет, не улучшилось. У меня в голове вот все. Тик, ой, тик, тик. Мне лучше присесть или прилечь. Доктор, вы не заморачивайтесь. Сейчас я этой особе все растолкую. Ты, девушка, хочешь зажать свой юбилей? Ах, а? Ты умник. Вот, и притворяешься больной. Ты что, врач, что ли? Ты профессор, что ли, а? Вот как новенькая. Ох ты, мухомор старый. У меня смертельная болезнь. У меня аневризмы в голове. Ну, успокойся, ну что вы такое говорите? Не смертельная. Вы вон 10 лет с ними жили, и еще 3 раза по столько же проживете. Ну, да. Сядьте, успокойтесь, и вы садитесь. Все, сейчас я вас приму. Ты сама себе все это напридумывала и нафантазировала. А это всего лишь навсего простая обыкновенная зажигалка. Смотри. Хочешь, возьми себе на память. Очень надо. Ладно, лучше расскажи мне, что показало обследование. Я волновался очень. Ты оказался прав. В чем? МРТ показала, я не умру. Я очень рад. Я тоже. Добро новости. Нужно вернуться к Вадику. Зачем? Ты что, любишь его? Я не могу его бросить. Почему? Ну ведь он же меня не бросил. Он же готов был поднести в этот вот стакан воды. Ну, во-первых, ты не умирала. Во-вторых, тебе что, так пить хотелось? И к тому же он обещал заботиться о Павлике. Больше не смею тебя задерживать. Пашка, привет. Но я должна тебе сказать, что мы не увидимся с тобой больше. Но это не потому, что ты плохой или я плохая, а просто потому, что пришло время мне уезжать. Ты останешься здесь, будешь, расти, учиться, жить будешь. Стой. Тихий час, ты почему не отдыхаешь? Я это... Марш в спальню. Подожди, ты Пашку не видел? Нет, а что? Ничего, иди.
Пашка, привет. Паш, у меня есть список желаний. Ландя. Гала. Галка, такая схема. Помнишь кредитные деньги, которые Ксюша оставила? Я на них купил партию классных вееров. Представляешь? Теперь осталось только канал сбыта наладить. Понимаешь? Слушай, мне все-таки очень жаль, Ксюша. И мне жаль, Ксюша. Я такая чувствительная. И я чувствительный. Мне очень-очень жаль. Вот и считай, что квартира нам осталась на память. Да, Галя? Да? Что вообще? Она была не твоя женщина. Ты моя женщина. Ты ведь знаешь, что каждому мужчине нужно три женщины. Какие? Мать, жена и та, которая видит в нем мужчину. В качестве последних двух теперь буду у тебя я. Нет, но она меня не ценила. Конечно, не ценила. Ты должен быть цыпленок. Нет, ты у меня орел. Ты у меня орел. Слушай, надо что-то решать. Что решать? Похоронами. Что решать с похоронами? Хотя бы выяснить, откуда тело брать. Тело надо брать. Они у меня еще и тело хотят забрать. Это же невозможно. Невозможно? Тебе же врач сказал, что ее больше нет. Сказал? Я сделала обследование, извините. Наверное, до старости не умру. Это же непорядочно с твоей стороны. А ты вообще никогда не понимала. А мы созданы друг для друга. И деньги он тебе не отдаст, и квартиру не отдаст. И я тебе его не отдам. Ты ничего не докажешь. Понимаешь? И Пашка твой – это дурацкая идея. Все. Не слышишь, ты ничего не докажешь. Ничего не докажешь. Я бизнесмен, понимаешь? Бизнесмен. И вообще, то, что ты осталась жива, это в корне меняет дело. Ксюша! Ксюша, что ты делаешь? Зачем так? Ты цела? Да. Нигде ничего не больно? Я чувствую себя хорошо. Точно? Да. То есть нигде ничего не больно? Жить, однако, тошно. Ничего, ничего, все будет скоро в порядке. Это я тебе как врач говорю. Куда ты? Ты хирург, душа не по твоей части. Ну, конечно, у меня же вообще нет души. У меня только ливер и кости. Я же вообще бездушный человек. Нет, извини, я просто не понимаю, как два самых близких человека в моей жизни у меня за спиной. Это потому, что я такая невменяемая и неисправимая идиотка, да? Да нет, нет. Тихо, иди сюда. Иди сюда, иди. Нормально. Да. Нормально. Вот, присядь вот здесь, присядь. И вот, вот, вот. Послушай, ты не наивная идиотка. Ты просто веришь в лучшее. И это правильно, и это хорошо. Ну, вот у меня в жизни были разные ситуации. Ну, вот, например, когда меня осудили, да? Мои друзья, те люди, на которых я рассчитывал, мои лучшие друзья, они взяли и отвернулись от меня, да? Да что говорить о друзьях? Моя жена отвернулась от меня. Ну, и я тогда хотел сдаться. Но я не сделал этого. Не сделал, слышишь? Как будто меня заживо похоронили. Если ты страдаешь, значит, ты живешь. Это раз. Во-вторых, у тебя нет смертельной болезни. Это главное. В-третьих, ты молодая. Ты красивая, обаятельная и привлекательная женщина. И потом, тебя в жизни любят два человека. Это я и Пашка. Мы очень тебя любим. Если ты мне скажешь «да», все будет хорошо. Ксюша! Пашка! Что, Пашка? Я про него совсем забыла, а ведь он же меня ждет! Что случилось? Если Вадим отдал ему письмо… Какое письмо, Ксюша? Ой, я сделала такую глупость. Если Пашка про это узнает… Подожди, куда ты? Пойдем, машина там, пойдем. Не спеши, пойдем. Пойдем. Ты опять мне будешь запрещать спать? Thank you.
Нет, это уму непостижимо, а? Я же предупредила охрану, чтобы тебя не пускали в больницу. Ну, вообще-то я здесь работаю так же, как и ты. Интересно, кем это ты тут работаешь? Грызуном в столовой? Угу. Так, все, я не желаю больше слушать этот бред и прекрати, пожалуйста, меня преследовать. Но я действительно здесь работаю. Так, взрослый мужчина в идиотском костюме всерьез полагает, что может добиваться нормальной женщины? Да ты неудачник! Ну, не всем же ходить во фраках. Ты биологию изучала? Природа любит разнообразие. Шут! Часа Пашка был все время здесь. Все рвался к компьютеру. Так. А потом пропал. Мальчишки тоже не знают куда. Я уже и в полицию сообщила. Боже мой, где же он может быть? Да где угодно. Лишь бы жив и здоров. Вот, полюбуйтесь. Все рано или поздно уезжают в Монголию. Вот и я. Купила билет. В этом списке есть и ты. Я должна тебе сказать, что мы с тобой не увидимся, Паш. Ну, не потому, что ты плохой или я плохая, а потому, что просто мне пришло время уезжать. А тебе в Монголию еще рано. Вот вам и ответ на вопрос, где он может быть. Не удивлюсь, если с вашей легкой руки мальчишка отправился к черту на куличики. Мамочки. Ну, как вам вообще такое могло прийти в голову? Передумали усыновлять? Ну, позвоните мне. Я сама бы ребенку все объяснила, без вот этой вашей самодеятельности. Я так виновата. Вадик же должен был передать Павлику флажку уже потом, после моей смерти. Вадим и подумал, что ты умерла. Когда мы сидели на берегу, помнишь, он звонил, я ему это отчетливо дал понять. Ладно, сейчас нет времени, желания искать виноватых, надо искать Пашку, пока он не пересек монгольскую границу. Отдай мне, пожалуйста, успокойся, отдай. Возьмите. Пойдем. Поехали, поехали, будем искать. Поехали. Как же, как же. Нет, не он опять показался. Твои друзья полицейские не звонят. Перезвонят, не переживай. Вот, пожалуйста. Да, алло. Где? А когда? Понял. Понял тебя. Спасибо тебе большое. Подержи. Держись. Ой, мама, что ж ты делаешь? Нам надо на трассу ехать. Пашку видели 1,5 часа назад. У меня полное ощущение, что он на трассу отправился автостопом. Мамочки, а вдруг он уже такой сообразительный, проскочил как-нибудь и едет? Все нормально будет. Пацан на стерне его прямо меня в детстве напоминает. Если что-то задумал, обязательно сделает. А в розыск уже объявили? Да, розыск пока то, пока все время потеряем. А чей это пацан? Он за билет не заплатил. Я еду к маме, у меня денег нет. Давай.
Давай, 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 давай. С такими баулами. На такси будешь ездить. И ты давай. Где ты тут? Давай, давай, давай. Выходи. Давай, давай, говорю. Выходи, сказал. Без билета. На велосипеде ездить будешь, понял? Мне нужно к маме. А мне к бабе. Ну стой. Только сунься, уши откручу, понял? Ты зачем кормушку высадил, злый день? Ничего, такой не пропадет. К маме ему. А ты, если беспокоишься так за всех, купи ему билет, а я не собираюсь перед ревизорами отчитываться и платить за каждого. Сам же знаешь, я тебе всю мелочь выгребу, последнюю. А это Ольгина? Ольгина следующая. Погоди, 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 минутку, помоги, помоги, я выскочила. Что? А я выскочила. Ты давай. Эй, малец, ты чего грустишь? Мне нужно к маме, а в автобус не пускают. Куда ехать ты, чудила? Вон туда. Туда? Давай садись, я тебя до следующей остановки подброшу, там автобусы чаще останавливают. Друг, мальчик 9 лет, ты не видел? Не, не видел. Да как не видел? Он сказал, что он у тебя в автобусе ехал. Я его высадил на предыдущую остановку. Почему? А он за билет не заплатил. Я тебе сейчас урру. Не надо, прошу тебя. Морально, а? Погодите, вы мальчика там... ищете? Да, да. Да, 9 лет. Он туда поехал. Он туда поехал на белой машине. Они сразу автобус обогнали. Он туда поехал. Машина иномарка или наша? Наша, 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 наша. Спасибо большое. Наша. Скорее всего, на Коровина. Коровина. Минут 10 назад промчали. Спасибо, отец. Там ремонт дороги. Хорошо, да, спасибо. Ремонт, спасибо, благодарим. Остановку пропустили. Пропустили. А я полжизни пропустил. Чего я видел? Одна работа с утра до ночи. Толку никакого. Денег не заработаешь, потому что пассажиров мало. Ой! И дуги одни на дороге, а? Полукупает прав. Ёлки-палки. У меня жена дома пилит, теща подсуживает. А можно я здесь выйду? Чё, сдрефил? Ну пристегнись, если страшно. Пацан, ты
Эй, мужик, что случилось? Мужик, что случилось, мужик? Там это. Отойди. Пацан. Не трогай ребенка, позвоночник может быть сломан. Пашка. Живой, все нормально. Так, у меня на заднем сиденье аптечку возьми, принеси. Ага. Принеси, говорю, аптечку, скорую позвони быстро. Ага. Ладно, сюда ко мне. Малыш. Ух ты, малыш. Скорая! Здесь авария на трассе. Ага, есть пострадавший. Что? Тихо, тихо. Тихо, все хорошо. Тише. Вот эта аптечка. Так, беги на дорогу. Любая машина скорой помощи, любая медицинская помощь нам сейчас понадобится. Дай, возьми деньги и документы. Беги, беги, я тебя прошу. А ты иди сюда сядь. Сядь, я сказал. Значит так, мужик, слушай меня внимательно. Я вижу, сидеть ты не хочешь. Но у нас реальные проблемы. У мальчика сломаны ребра. Они прорвали ему в привральную полость, туда попал воздух. До приезда машины он может не дожить. Мне понадобится твоя помощь, я тебе говорю, соберись. Это я виноват. Аптечку дай. Ну меня жена пилит, ты тещу подзуживает, а? Я поэтому и гоняю. Соберись! Спасибо. Вот. Вызывайте скорую. Когда вы? Мы не можем девушку назначить к другому. Малыш, ну дыши, дыши, дыши. Молодец. Дыши. Вроде все получилось, да? Надеюсь. Помоги мне. Тихо, смотрите, тихо. Происходит. Что вы сделали с ребенком? Все нормально, ребенок дышит, я ему сделал. Пункцию прерывальной полости. Поехали, земляк, что? Поехали, быстрее. Не стерильными инструментами? Понимаете, что вы ребенка убили? Потом разберемся. Я вас под суд отдам. А может, ему тоже пощечину, а? Не надо, не надо. Я не собираюсь брать на себя ответственность. Тогда мы без вас поедем. Стойте! Да вы сумасшедший, я прием другому пациенту. А я тебе говорю, поехали. Так, приедет полиция. Скажи, что мы двигаемся в сторону больницы. Все. Так вы меня простите. Бог простит. Поехали. Там в салоне мужчина и женщина, а мужчина с приемом условия сделал операцию. Говорит, что врач не врет, по-моему. Баха? Здорово. Для Баха все врача врач. Вы кто такие? Родители! Давай, 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 осторожно! Ксюша, не нервничай. Ну что, Валер? Макрон Георгиевич. Вы гений. То, что вы сделали в полевых условиях, это просто чудо. Если бы не вы, мальчика бы даже до больницы не довезли. Спасибо за комплимент, но сейчас не время петь соловьем. Иди, пожалуйста, оперируй. Я хотел бы вам обратиться за помощью, как к учителю. И нет, дорогой мой. Всему тебя можно было научить, я научил, а... Это пацан, он... Он сыном мне приходится, поэтому, ты же знаешь, мы родственников не оперируем. Все будет хорошо, и давай, с Богом, иди. Спасибо. Тебе спасибо. Не волнуйся, Валера, мой самый лучший ученик. Ксюшка, держись. Слышишь, все будет хорошо, ты верить должна обязательно. Ну, что там? А, познакомься, это Ваха. Алла, очень приятно. Ксюшина подруга. Очень приятно, Вахтанг. А Аллочка тоже доктор. Да, я врач. А, это вы специалист по снимкам. Я так и подумал. Ксюш, ты прости меня, пожалуйста, что я тебе сразу не сказала. Просто ты такой счастливой выглядела, пока думала, что умираешь. И прям жить по-настоящему начала. Ну как, Валер? Жить будет.
Молодец. Все хорошо. Молодец. Слушай. И тогда Иван-царевич начал бросаться в чудище помидорами и не выдержало чудище такого надругательства и упало замертво. И тогда Иван-царевич взмахнул последний раз и отрубил чудовищу его последнюю голову. И голова упала о землю, и чудовище тоже рухнуло, и случилось страшное землетрясение. И тогда Иван-царевич сел на коня и поскакал. И поскакал спасать спящую красавицу. А как, дети, скажите, можно помочь спящей красавице? Надо позвать доктора, она сделает ей укол, и она проснется. Отличная идея. А спящая красавица сама проснулась. Дети, а давайте похлопаем спящей красавице. Как говорил Зигмунд Фрейд, нормальный человек на самом деле нормален лишь отчасти. Вам, для того, чтобы нормализовать ваше внутреннее «я», необходимо пройти еще как минимум 5 сеансов. Посмотрите. Красивая? Не хотите купить? А есть еще веер. Вот такой вот. Из Италии привезли. Юрист сказал, что завещание не может вступить в силу, пока я жива. Сочувствую, но я умирать больше не собираюсь. Галочка не поддерживает свой бизнес. Какая стерва. А, да, еще вот что. Ты не звони мне больше. Никогда. Никогда! Ну что? Смех смехом, а кредит-то отдавать придется. Надо что-то думать с работой. Да ладно. Придумаем мы что-нибудь с работой, все будет нормально. А ты мне будешь рисовать, ты же у меня талантливый художник, правильно? Я же умею рисовать. Правильно. Ах ты! Мелкий какой! Я тебя догоню! Ловите его! Ловите его! Ну, где... Ну что ж ты делаешь-то? Ну разве так надо? Вот как надо! Берешь нормально и вот так вот делаешь. Эй! Я догоню! Талант. Автор, кстати, смертельно больна. Возможно, уже умерла. Работа последняя, дорожает с каждым днем. Ну вот как? Беру все. Пойдемте оформим.